Глава 17. Эпиграф. Как? Я же говорил, что надо получить разрешение от Кадии. Синяя борода. Посещения чужестранца на какое-то время прекратились. А когда они возобновились, и он снова вернулся на остров, то цель их как будто стала иной. Он больше уже не пытался не покушаться на нравственности Мали, не совращать софистическими доводами ее рассудок, не смущать ее религиозные взгляды. Что касается религии, то он вообще предпочитал молчать о ней. Казалось, он даже жалел, что ему пришлось заговорить об этом и ни ее неуемная жажда знаний, ни ласковая вкрадчивость, с какой девушка принималась его просить, ни к чему не приводили. Он больше ни единым словом не обмолвился об этом предмете. Он, правда, щедро вознаградил ее за это молчание, расточая перед ней необъятные и бесконечно разнообразные сокровища своего опыта, вмещавшего в себе столько, сколько не мог вместить ни один смертный, жизнь которого ограничена пределами каких-нибудь семидесяти лет. Однако и Мали это нисколько не удивляло. Она не замечала времени, и слушая его рассказы о том, что случилось несколько столетий назад, она не ощущала никакой разницы между прошлым веком и настоящим, ибо ни сами события, ни время, когда они совершались, ничего не говорили ее душе не знакомый ни с постепенным изменением обычаев, ни с ходом исторического развития. Вечерами они часто сидели на берегу, где и Мали всегда расстилала для своего гостя мох, и смотрели вместе на простертую перед ними синего океана. Они молчали. Совсем недавно пробудившиеся разум и сердце и моли ощущали бессилие языка, которые способны ощутить даже высокоразвитые люди, когда их потрясает какое-либо глубокое чувство. Неведение и неискушенность девушки делали это ощущение особенно острым, а у таинственного пришельца было, может быть, еще больше оснований молчать. Молчание это, однако, прерывалось и не раз. Каждый корабль, появлявшийся вдалеке, пробуждал в Эмали страстное желание побольше о нем узнать, и она забрасывала чужестранца вопросами, на которые тот отвечал всякий раз медлительно и с большой неохотой. Познания его были очень обширны, разносторонни и глубоки и ответы его не столько удовлетворяли любопытство его прелестной ученицы, сколько просто доставляли ей удовольствие. И вот, начиная от индийской лодки, где на веслах сидели обнаженные туземцы, и роскошных, но плохо управляемых судов раджей, которые, подобно огромным золоченым рыбам, неуклюже резвятся в волнах, и, кончая величавыми и искусно ведомыми европейскими судами, появлявшимися как некие океанские божества и привозившими людям богатство и знания, творение искусства и благо цивилизации, где бы они ни опускали паруса и не бросали якорь, он мог рассказать ей все, объяснить назначение каждого корабля, чувства, характеры и национальные особенности его разнообразных пассажиров и из рассказов его, она черпала такие знания, какие никогда бы не могла почерпнуть из книг, ибо нет ничего надежнее и живее, чем общение с человеком, и за человеческими устами закреплено преимущественное право поучать и любить. Может быть, для этого необычайного существа, над которым ни жизнь, ни смерть, ни человеческие чувства не имели никакой власти, общение с Эмали было некой странной печальной передышкой среди непрестанных преследований судьбы? Мы этого не знаем». И никогда не сможем сказать, какие чувства возбудили в нем ее целомудрие, беспомощность и красота. Известно только, что он в конце концов перестал смотреть на нее как на жертву. Сидя с ней рядом и выслушивая ее вопросы или отвечая на них, он, казалось, радовался тем, Коротким просветом, которые выдавались теперь в его безумной и зловещей жизни. Расставшись с нею, он возвращался в мир, чтобы терзать и искушать человеческие души в сумасшедшем доме, где в это время ворочался на своей соломенной подстилке англичанин Стентон. «Постойте!» — вскричал Мелмот. «Повторите мне это имя!» «Запаситесь терпением, сеньор!» — сказал Монсада, который не любил, когда его прерывали. «Запаситесь терпением, и вы увидите, что все мы только зерна четок, нанизанные на одну и ту же нить. Из-за чего же нам ссориться?» Союз наш нерушим. И он вернулся к истории несчастной индийской девушки, запечатленной на пергаментах еврея Адении, которую ему пришлось переписывать, и которую он теперь хотел слово в слово передать слушавшему его ирландцу, чтобы подкрепить ею свою собственную необычайную повесть. Когда он отдалялся от нее, он стремился именно к тому, о чем я говорил. Когда же он возвращался к ней, он как будто забывал об этом. Он часто смотрел на нее, и неистовый блеск его глаз смягчался проступавшими в них слезами. Он поспешно вытирал их и снова впивался в нее взглядом. Когда он сидел так подле нее на цветах, которые она для него нарвала, когда он смотрел на ее розовые губы, робко ожидавшие, пока он подаст им знак заговорить, подобно бутонам, которые не решаются распуститься, пока их не коснутся солнечные лучи. Пока он слышал слетавшие с ее уст нежные звуки, исказить которые было бы так же немыслимо, как научить соловья кощунству, он вдруг опускался на землю у ее ног, проводил рукою по бледному лбу, утирая выступившие на нем капли холодного пота, и ему на какие-то мгновения начинало казаться, что он перестает быть приступившим нравственные законы Каином, что позорное клеймо с него стерто, во всяком случае, на эти минуты. Но очень скоро прежний непроницаемый мрак снова окутывал его душу он снова чувствовал, как его гложет все тот же червь, которого нельзя раздавить и обжигает огонь, погасить который ему никогда не будет дано. Зловещий блеск своих глаз он устремлял на единственное существо, которое никогда не стремилось отвести от них взгляд, ибо невинность делала ее бесстрашной. Он пристально смотрел на нее, и сердце его содрогалось от бешенства, отчаяния и жалости, и как только он видел доверчивую и умиротворяющую улыбку, встречавшую взгляд, который мог испепелить сердце самого смелого человека, так смело с мольбою и любовью взирала на молнию, которая должна была ее поразить. Горькая слеза туманила ослепительный блеск его глаз и смягчала устремленный на нее неистовый взгляд. Раздраженно отвернувшись от нее, он стал смотреть на океан, словно стараясь обнаружить в расстилавшейся перед ним водной глади человека, которого можно было бы сжечь разгоревшимся внутри него пламенем. Океан, что ширился перед ним, сияющий и безмятежный, и словно высланный яшмой, никогда не отражал еще двух столь различных человеческих лиц, и не внушал двум человеческим сердцам столь различных чувств. И моли. Он наполнял той задумчивой и сладостной мечтательностью, какую природа, сочетающая в себе покой и глубину, вливает в души столь невинные, что они способны безраздельно и упоенно радоваться всему, что в ней есть прекрасного. Только непорочным и свободным от страсти душам дано сполна насладиться землей, океаном и небом. Стоит нам в чем-то приступить ее законы, как природа изгоняет нас навеки из своего рая, как прародителей наших Адама и Еву. В душе чужестранца — океан пробудил совсем другие картины. Он взирал на него так, как тигр взирает на заросли, обещающие ему богатую добычу. Он мысленно рисовал себе картины бурей, кораблекрушения или, если даже стихием, во что бы то ни стало захочется покоя, разукрашенную золоченую яхту, где какой-нибудь Раджа... Окруженный красавицами своего гарема, возлежит под балдахинами среди шелка и золота и упивается свежим морским воздухом, и вдруг от неосторожного движения одного из грибцов-ях, это опрокинулось, и люди падают в воду и напрасно стараются выплыть. Гибель их среди залитого солнцем величественного и спокойного океана будет одним из тех сильных ощущений, какие неизменно тешат его жестокую душу. Но если бы даже и этого не случилось, он просто бы смотрел с берега на разрезающие волны суда, твердо зная, что каждая из них, начиная от ялика и кончая огромными торговыми судами, везет свой груз горя и преступлений. Приходили европейские корабли, они везли страсти и преступления другого мира, его ненасытную алчность, его незнающую раскаяние жестокость, умы и таланты, состоящие в услужении у его пороков, и утонченность, которая побуждает человека быть еще более изобретательным в потворстве слабостям и еще более последовательным в творимом им зле. Он видел, как суда эти приходят, чтобы торговать золотом, серебром и человеческими душами чтобы, задыхаясь от жадности, хватать драгоценные камни и несметные богатства этих благодатных стран, отказывая безобидным жителям их даже в Рисе поддерживавшим их жалкое существование, чтобы дать там полную волю преступлениям своим похоти и жадности, а потом, опустошив страну и ограбив ее народ, уплыть и оставить позади себя голод, отчаяние и проклятие чтобы увести с собою в Европу подорванное здоровье, разгоряченные страсти, изъязвленные сердца и неспокойную совесть, которая терзает их так, что, ложась спать, им страшно погасить у себя в спальне свечу. Вот что привлекало его внимание. И однажды вечером, когда Имали задавала ему множество вопросов относительно тех миров, куда впервые устремлялись суда и куда они возвращались, он по-своему описал неведомый ей мир. И в описании его соединились насмешка и злоба, горечь и раздражение по поводу ее простодушного любопытства. В рассказе его, который и Мали часто прерывала возгласами изумления, тоски и тревоги, смешались злобная язвительность, едкая ирония и жестокая правда. «Они приходят», — сказал он, указывая на европейские суда, — «из мира, обитатели которого озабочены только тем, какими средствами умножить страдания, как свои собственные, так и других людей, до предела возможного. Если учесть, что занимаются этим делом они всего каких-нибудь четыре тысячи лет, то надо отметить, что они добились немалых успехов. Но возможно ли это? Сейчас увидишь чтобы им было легче добиться того, чего они хотят. Все они с самого начала были наделены немощным телом и дурными страстями. И надо отдать им справедливость, а они в течение всей своей жизни придумывают, как различными недугами еще больше ослабить это хилое тело и как еще больше ожесточить эти страсти. Они не такие, как ты и Мали, которая живет среди роз, питается только свежими плодами и пьет родниковую воду. Для того, чтобы мысли их огрубели, а сердца ожесточились, они пожирают мясо животных и, истязая растения, извлекают из них напиток, который не способен утолить жажду, но зато возбуждает в них страсть и укорачивает им жизнь, и это еще оказывается самым лучшим, ибо жизнь при таких обстоятельствах становится тем счастливее, чем она короче. при упоминании о том, что люди едят мясо животных, и Мали вздрогнула, так, как самый утонченный европеец вздрогнул бы при упоминании о пиршестве людоедов. В глазах у нее заблестели слезы, и она посмотрела на своих павлинов так задумчиво и печально, что чужестранец не мог сдержать улыбки. Есть, правда, среди них и такие, сказал он, чтобы немного ее утешить, которые отнюдь не обладают столь извращенным вкусом. Они удовлетворяют свой голод мясом таких же существ, как они сами. И так как человеческая жизнь всегда бывает несчастной. А жизнь животных, напротив, никогда, за исключением разве стихийных бедствий, то можно считать, что это самый гуманный и полезный способ одновременно и насытить людей, и уменьшить человеческие страдания. Но люди эти кичаться изобретательностью своей в деле умножения страданий и бедствий, и поэтому ежегодно обрекают тысячи себе подобных на смерть от голода и горя. Сами же тешат себя, употребляя в пищу мясо животных. Для этого они убивают эти несчастные твари тем самым лишая их единственной радости, которая в их положении у них еще остается. Когда от этого противоестественного питания и чрезмерного возбуждения себя, превыше всякой меры, недомогание их перерастает в недуг, а страсти переходят в безумие, то они начинают выставлять на показ успехи свои, сознанием дела и с последовательностью, поистине достойными восхищения. Они не живут так, как ты и моли чудесной независимой жизнью, которую дарует тебе природа. Ты ведь лежишь прямо на Земле, и когда ты спишь, Недремлющие очи небес охраняют твой сон. Ты ведь ходишь по траве до тех пор, пока легкая стопа твоя не ощутит в каждой травинке подругу. И разговариваешь с цветами до тех пор, пока не почувствуешь, что и ты, и они — дети единой семьи, природы. И уже почти научились говорить друг с другом на ее языке, на языке любви. Нет, для того, чтобы достичь своей цели, им оказывается надо сделать свою и без того ядовитую пищу смертоносной от воздуха, который они вдыхают. Поэтому чем цивилизованнее люди, тем теснее они селятся на клочке земли. От того лишь, что он пропитан их дыханием и испарениями их тел, воздух вокруг несет в себе заразу и способствует неслыханно быстрому распространению болезней и увеличению смертности. Четыре тысячи их живут на пространстве меньшем, нежели то, что здесь у тебя ограждает последний ряд этих молодых баньяновых деревьев. Для того, разумеется, чтобы вонючий этот воздух сделался для них еще более вредоносным. Не меньший вред. Приносит им искусственно вызываемая духота, противные человеческой природе привычки и бесполезная трата сил. Нетрудно представить себе, к чему привели столь благоразумные предосторожности. Самое пустяшное недомогание становится заразным, и в периоды повальных болезней, порождаемых подобным образом жизни, ежедневно десять тысяч человеческих жизней приносятся в жертву ради того, чтобы продолжать жить в городах. — Но ведь люди там умирают в объятиях любимых, — сказала Мали, обливаясь слезами. А разве это не радостнее, чем спокойная жизнь в таком вот одиночестве, какое было у меня прежде, чем я тебя встретила? Чужестранец был слишком занят своим рассказом, чтобы обратить внимание на ее слова. «В эти города», — продолжал он, — «люди стекаются якобы для того, чтобы иметь защиту» и жить в безопасности, но на самом деле единственная цель их существования — всеми возможными способами и ухищрениями умножать и усугублять несчастье и горе. Те, например, что живут в нужде и нищете, не видя никакой другой жизни, вряд ли способны почувствовать, как жалка их собственная. Страдание входит у них в привычку, и они не способны завидовать жизни других. Так вот, летучая мышь, которая цепенеет от голода и, ничего не видя вокруг, забивается в расщелину скалы, не способна завидовать бабочке, которая пьет росу и купается в цветочной пыльце. Но люди других миров, живя в городах, изобрели новый способ, необыкновенный способ сделать себе жизнь еще тяжелее. Они сопоставляют ее с распространением. И непомерной роскошью, в которой живут другие. Тут чужестранцу пришлось потратить много сил, чтобы рассказать им Али, каким образом происходит, что средства к существованию распределяются между людьми неравномерно. И когда он сделал все, что мог, чтобы ей это объяснить, она все еще повторяла, прижав свой белый пальчик калым губам и ударяя ножкой по мху в каком-то раздражении и тревоге. Но почему же это у одних бывает больше, чем они могут съесть, а другим приходится голодать? — В этом-то и состоит, — продолжал чужестранец, — самое утонченное удовольствие в искусстве мучить, в котором люди эти приобрели такой опыт, рядом с богатством поместить нищету, заставить несчастного, который умирает от голода, слушать цоканье копыт и скрип колес роскошных карет, от которых сотрясается его несчастная лачуга и которые не приносят ему ни малейшего облегчения, заставить людей трудолюбивых, благородных, одаренных голодать, в то время как надутая посредственность томится от избытка, заставить умирающего страдальца почувствовать, что для того, чтобы продлить ему жизнь достаточно одной капли того самого возбуждающего напитка, который, если употреблять его не зная меры, может стать для человека причиной тяжелого недуга или безумия. Это главное, чем заняты люди. И надо признать, они достигают своей цели. Можно ли страдать еще больше, чем тот несчастный, чьи лохмотья развиваются на пронизывающем зимнем ветру, который точно стрелами вонзается в его обнаженное тело, чьи слезы застывают раньше, чем успевают скатиться, чья душа мрачна, как ночное небо, под которым он спит, Чьи слипшие соклейки и губы не могут уже принимать пищу, который требует голод подобно горящему углю, залегший у него в чреве. Можно ли страдать больше, чем тот, кто среди всех ужасов, что несет с собою зима? предпочтет, однако, всю ее бездомность месту, что словно насмех зовется домом, но где нет ни куска хлеба, ни огарка свечи где завыванием ветра вторят еще более яростные вопли истерзанных голодом страдальцев, ведь, войдя и пробираясь в свой угол, где ничего нет, где не постелено даже соломы, он натыкается на тела собственных детей» позабывших о ночном сне и в отчаянии разметавшихся на голом полу. Хоть Малии трудно было представить себе многое из того, о чем он говорил, она содрогалась от ужаса и не находила слов для ответа. «Нет, этого еще мало», — продолжал чужестранец, накладывая все новые мазки на страшную картину, которую он ей рисовал, — Пусть теперь, не зная, куда податься, он пойдет к воротам тех, кто живет в богатстве и роскоши. Пусть он поймет, что всего-навсего одна стена отделяет его от изобилия и веселья, и что, несмотря на это, ему труднее добраться до них, чем если бы на пути его лежали целые миры. Пусть он поймет, что в то время, как его мир — это холод и мрак, у тех, кто за этой стеной, болят глаза от слепящего света, а ослабевшие от искусственного тепла руки ищут прохлады от колыхания опахал. Пусть он поймет, что на каждый его стон там отвечают Песнями или смехом, и пусть он умрет на ступеньках дворца, и последние муки его, которые он способен будет ощутить, станут еще тягостнее от мысли, что, может быть, одна сотая часть избыточной роскоши, которая лежит нетронутой перед глазами равнодушной красавицы или присыщенного эпикурейца, могла бы продлить его жизнь, а бог... Богатства эти только отравляют жизнь тех, кому они ни на что не нужны. Пусть он умрет от голода на пороге залы, где идет пир. И тогда ты подивишься вместе со мною той изобретательности, что нашла себе выражение в этих новых обличиях людской юдоли. Поистине неистощимо на этом свете хитроумие людей по части умножения горя. Им мало болезней и голода, засух и бурь. Им надобны еще законы и браки, короли и сборщики податей, войны и празднества — и все разновидности искусственно созданных бедствий, понять которые ты не в силах. Подавленная этим потоком слов, для нее непонятных, и напрасно упрашивала его разъяснить ей их смысл. «Дьявольская злоба!» проступавшая в его беспредельной мизантропии, теперь овладела им целиком, и даже звуки голоса, сладостного, как Арфа Давида, были не властны ее отогнать, и он продолжал бросать вокруг себя раскаленные уголья и метать стрелы, говоря разве это не так? Эти люди создали себе королей, иначе говоря, тех, кому сами же они дали право вытягивать посредством податей и золото, которое порог помогает скопить богачам, и жалкие крохи, которыми в нужде своей пробавляются нищие, до тех пор, пока вымогательство это не проклянут как замки, так и лачуги, и все это для того, чтобы несколько холеных коней, запряженных в шелка торжественно везли колесницу их по телам простертой перед ними толпы. Иногда, истомленные однообразием, которое приносит постоянное пользование благами жизни, еще более мучительное, чем однообразие страдания, ибо то все же не лишает человека надежды, а присыщению в ней отказано навсегда. Они тешат себя тем, что устраивают войны. Иными словами, собирают такое число человеческих существ, какое только им удается нанять для этой цели, чтобы те перерезали горло меньшему, равному или большему числу других существ, нанятых таким же способом и с той же целью. У существ этих нет ни малейшего основания питать друг другу вражду, ибо они не знают и ни разу даже не видели своих противников. Быть может, при других обстоятельствах они могли бы даже хотеть друг другу добра в той мере, в какой это вообще может позволить людская злоба. Но с той минуты, как их наняли для совершения узаконенных убийств, ненависть становится для них долгом, а убийство наслаждением – Человек, которому было бы неприятно раздавить ползущего у него под ногами ужа, берет в руки металлическое оружие, изготовленное для того, чтобы уничтожать себе подобных, и улыбается видя, как металл этот бывает обогрен кровью существа, ради спасения которого он при других обстоятельствах, может быть, пожертвовал бы собственной жизнью. Привычка искусственно усугублять страдания так сильна, что известны случаи, когда после того, как во время морского боя взрывался военный корабль, Здесь для Ямали потребовалось длинное разъяснение, которое мы позволим себе опустить. Люди того мира бросались в воду, чтобы, рискуя собственной жизнью, спасти жизнь тех, с кем только что сражались опаленные огнем и обогренные кровью несмотря на то, что они уже готовы были принести своих врагов в жертву ярости и страстям, проснувшаяся вдруг гордыня никак не могла допустить, чтобы те сделались теперь жертвами стихий. О, это прекрасно, это чудесно! воскликнула Имали, хлопая в ладоши. Я готова перенести все, о чем ты рассказал, лишь бы увидеть эту картину. При виде ее простодушной улыбки и вспыхнувшего в ней порыва высоких чувств чужестранец, как то обычно бывало, еще больше нахмурил лоб, и верхняя губа его еще более сурово и неприятно вздернулась движение, которым он всегда выражал враждебность или презрение. «Но что же делают короли?» — вскричала Имали. «Зачем же они заставляют людей попусту убивать друг друга?» «Ты ничего не знаешь, Эмали», — сказал чужестранец. «Ты совсем ничего не знаешь». Иначе ты не сказала бы «по пусту». Иные из них ведут борьбу за какие-то десять дюймов пустынных песков. Иные — за соленые волны моря. Третьи — не весь за что. Четвертые — вообще ни за что. Но все ради денег и нищеты ради мимолетного возбуждения и жажды деятельности и жажды перемен, и страха перед покоем, увидев сколя непорочный и надеясь на смерть, и восхищаясь пышным нарядом, в котором им предстоит погибнуть. Лучше всего в подобного рода забавах, то, что люди эти не только умудряются мириться с окружающими их жестокими и подлыми нелепостями, но даже превозносить их, называя самыми громкими именами, какие для этого создал их развращенный язык. Они говорят о молве, о славе о неизгладимых воспоминаниях и восторгах потомков. Так вот, несчастный, которого нужда, праздность и невоздержанность заставляют заниматься этим безрассудным и ожесточающим сердце делом, который оставляет жену и детей на милость чужих людей или обрекает их на голодную смерть, что в сущности одно и то же, с той самой минуты, когда он надевает на себя красную кокарду, которая дает ему право убивать, в воображении этого охваченного безумием народа становится защитником Отечества, заслуживающим всяческой благодарности и похвалы. Ленивому юнцу, немало неозабоченному развитием своего ума и презирающему всякий труд, как занятие его недостойное, может быть, и захочется украсить себя разноцветными лентами, пестрота которых может сравниться только с оперением попугая или павлина, и это поистине бабье пристрастие называют оскверненным именем любви к славе. Это смесь побуждений, идущих от тщеславия и порока, от страха перед нищетой, от праздной пустоты и от желания делать зло другим, укрывается под надежной и удобной завесой, которая носит простое название «патриотизм». И этих-то людей у которых за всю их жизнь не было ни одного великодушного побуждения, ни одного искреннего чувства, людей не только не имеющих понятия о принципах, лежащих в основе того дела, за которое они борются, но даже не знающих справедливо оно или нет, и нисколько не заинтересованных в конечном его исходе, если не считать выгод которые оно представляет для их тщеславия, жадности и страсти к стяжательству. Этих-то людей обезумевший мир при жизни их называет своими благодетелями, а после смерти канонизирует как мучеников, пострадавших за святое дело. Он умер за свое отечество, гласит эпитафия, написанная торопливой рукой человека, неразборчивого в своих похвалах на могиле десяти тысяч других у каждого из которых было десять тысяч различных возможностей сделать выбор и так или иначе определить собственную судьбу, и которые все до одного легко могли сделаться врагами своей страны, не случись им попасть в ряды ее защитников» и чья любовь к Отечеству, если как следует в ней разобраться и приподнять скрывающие ее покровы тщеславие, непоседливость, пристрастие к шумихе и пристрастие к внешнему блеску, есть не что иное, как самый обыкновенный эгоизм. Впрочем, довольно о них Единственное, что побуждает меня столько говорить о несчастных, жизнь которых злонамеренна и вредна, а смерть ничтожна, — это желание обличить тех, кто заставляет их жертвовать собой и кто рукоплещет этой бессмысленной жертве. У людей этих столь изобретательных в деле умножения выпавших на их долю страданий, есть еще одна забава — то, что они называют законом. Они хотят верить, что он обеспечивает охрану как их самих, так и их достояния. Но ведь их же собственный опыт — может лучше всего их в этом разубедить? Суди сама и моли. О какой охране достояния может идти речь, если даже проведя всю жизнь свою в судах, ты все равно не сможешь доказать, что эти вот розы, которые ты сама собрала и вплела себе в волосы, принадлежат тебе а не кому-то другому. Если можно изголодаться, но так и не доказать, что ты вправе сегодня съесть свой обед. А чтобы доказать, что у тебя действительно есть право на свою неотъемлемую собственность, голодать надо несколько лет и суметь при этом выжить, чтобы этим правом воспользоваться и, наконец. Будь даже на твоей стороне чувство всех порядочных людей, убежденность всех судей твоей страны и глубочайшая убежденность твоя в своей правоте ты все равно не сможешь вступить во владение тем, что и ты сама, и все вокруг признают твоим, а меж тем противник твой может выставить любое возражение, пойти на подкуп, измыслить любую ложь. Так вот идут тяжбы, и пропадают целые годы. Тратится достояние и разбиваются сердца, а закон торжествует. Самое удивительное в этом его торжестве ⁇ та изобретательность, с которой закон этот умудряется сделать трудное невозможным и наказать человека за то, что он не поступил так, как тот же самый закон не дал ему поступить. Когда человек не в состоянии уплатить свои долги, закон этот лишает его свободы и кредита, для того, чтобы его и без того бедственное положение сделалось еще тяжелее. Когда же он лишен таким образом уже всех средств к жизни и даже возможности рассчитаться с долгами, сей справедливый распорядок позволяет ему обрести утешение в мысли о том, что вред, наносимый им своему кредитору, является для него наградою за страдания, что тот ему причинил что потеря денег становится возмездием за беспощадную жестокость, и что в то время, как он томится в тюрьме, листы книги, в которой записан его долг, истлевают быстрее, чем его тело, а вслед за тем ангел смерти одним всесокрушающим взмахом крыла стирает и нужду, и долг, и, восторжествовав, со зловещей усмешкой на устах изрекает приказ об освобождении должника и о снятии с него долга, подписанный рукой у того, чье имя повергает в дрожь восседающих в своих креслах судей. «Но ведь у них же есть религия!» — сказала девушка, потрясенная этими страшными речами и вся дрожа. «У них же есть религия!» «Та, что ты мне показывал!» ведь она полна кротости и миролюбия, спокойствия и смирения. Она не знает ни жестокости, ни пролития крови. — Да, есть, с какой -то — с какой-то неохотой ответил чужестранец. — У них есть религия. Люди эти так привержены страданию, что им мало еще всех мук, которые приносит их мир. Им надо усилить их ужасами другого мира. Да, такая религия у них действительно есть, но во что они ее превратили? Верные своей расы навсегда поставленной цели отыскивать горе всюду, где бы они не увидели его след, и придумывая его там, где его нет и в помине, они даже на чистых страницах книги, которая, по их словам, утверждает мир на земле и вечное блаженство после смерти, умеют вычитать оправдание ненависти, грабежа и убийство человека человеком. Для этого им пришлось в немалой степени извратить логику вещей и прибегнуть к изощренной софистике, ведь в книге этой речь идет только о добре. Сколь же злыми должны быть люди, и сколь нелегок труд этих злокозненных умов, если именно из этой-то книги им удается извлечь доводы, которые подтверждают их лживые измышления. Ты заметь только, как хитро они действуют, добиваясь своей главной цели — увеличить на земле горе. Они называют себя различными именами — для того, чтобы возбудить соответственные этим словам чувства. Иные из них, например, запрещают ученикам своим заглядывать в ту или иную книгу, другие же, напротив, уверяют, что только изучив ее одну от корки до корки, они смогут почерпнуть надежду на спасение и ее обосновать. Любопытно, однако, что сколь они ни были изобретательны, им все же ни разу не удалось отыскать повод для того, чтобы разойтись во мнениях по поводу основ той книги, на которую они все ссылаются, и поэтому они действуют особым способом. Они никогда не решаются оспаривать то, что книга эта содержит безоговорочные предписания, что те, кто в нее верит, должны жить в мире добросердечии и гармонии, что они должны любить друг друга в благоденствии и помогать друг другу в несчастье, а они не решаются оспаривать то, что дух, которым проникнута эта книга, несет людям любовь, радость, мир, долготерпение, ротости правду, по поводу этих положений, никаких разногласий у них нет и никогда не бывает они слишком очевидны, чтобы можно было их отрицать, и поэтому предметом спора люди эти делают различия в платье, которые носят, и движимые любовью к Богу готовы перерезать друг другу горло из-за весьма важного обстоятельства: белые у них или красные куртки, или носят их священники ризы с шелковыми лентами, одеваются в белую Холщовую одежду, или в черное домашнее платье, должны ли они опускать своих детей в купель или брызгать на них несколько капелек этой воды, должны ли они, воздавая молитву тому, кого все они чтят, в память его смерти становиться на колени, или нет. Или же. Но я, верно, уже надоел тебе рассказами о том, сколь. Порочные, сколь нелепо бывают люди. Ясно только одно: все они согласны в том, что книга эта гласит люди, любите друг друга и, однако слова эти, после того, как они переводят их на свой язык, означают: люди, ненавидьте друг друга но так как они не могут найти ни примеров, ни оправдания этого в книге, они ищут то и другое в себе самих, и им это всегда удается, ибо души человеческие это неисчерпаемые кладези злобы и неприязни, и когда они пользуются названием этой книги, чтобы осветить свои дурные страсти, обожествление этих страстей становится становится для них долгом, и самые недобрые побуждения окружаются ореолом святости и почитаются за добродетели. Но неужели же в этих ужасных мирах нет родителей и детей? Спросила им Мали, глядя на клеветника рода человеческого полными слез глазами. «Неужели там нет таких, которые любили бы друг друга так, как я любила деревья, под которыми впервые ощутила, что живу, или цветы, которые росли вместе со мною? Родителей? Детей?» — переспросил чужестранец. «Ну, конечно же. Там есть отцы которые обучают своих сыновей, тут голос его присекса, и ему стоило немалого труда с ним совладать. Долгое время он молчал, а потом сказал: «Среди этих людей с извращенным образом мысли, можно иногда встретить нежных отцов и матерей, «А кто же эти отцы и матери?» — спросила Эмали, чье сердце при упоминании о нежности сразу забилось. «Это те, — сказал чужестранец с холодной усмешкой, — которые убивают своих детей, как только они родились. Или с помощью медицины избавляются от них, прежде чем они успели появиться на свет». Такого рода поступки, единственные, которыми люди эти могут убедительно доказать свою родительскую любовь, он умолк, и Мали погрузилась в печальное раздумье по поводу того, что только что услышала. Едкая и жестокая ирония, звучавшая в его словах, не произвела ни малейшего впечатления на ту, для которой все изреченное было правдой, и которая никак не могла понять, как это можно прибегать к обинякам, ведь ей подчас трудно бывало постичь смысл даже самых прямых слов, Однако она все же могла понять, что он много всего говорил о зле и о страдании, словах, обозначавших нечто неведомое, и она устремила на него взгляд, в котором можно было прочесть и благодарность, и упрек за это мучительное посвящение в тайны новой жизни. Поистине, она вкусила от древа познания, и глаза ее открылись, но плоды его показались ей горькими, и взгляд ее был полон признательности, к которой примешивалась мягкая грусть, и от этого взгляда должно было бы содрогнуться сердце того, кто преподал первый урок страдания существу столь прекрасному, нежному и невинному, Искуситель заметил это ее смятение и возликовал. Он представил ей жизнь в таком искаженном виде, может быть, с тем, чтобы она испугалась, и ей не захотелось знакомиться с ней ближе, может быть, Странной надежде, что сможет оставить ее опять одну на этом уединенном острове, где время от времени он будет иметь возможность видеть ее снова и вдыхать из окружающей ее атмосферы струю свежести и чистоты, единственную, которая веяла подчас над выжженной пустыней его собственной жизни. И и которую он еще мог ощутить. Надежда эта еще больше укрепилась после того, как он увидел, какое впечатление он произвел на нее своим рассказом. Вспыхнувшее на миг понимание, затаенное дыхание, любопытство, горячая признательность — все вдруг погасло. Ее опущенные задумчивые глаза были полны слез. «Мой рассказ, должно быть, утомил тебя, и моли», — спросил он. «Он огорчил меня. Но все равно я хочу его слушать», — ответила девушка. «Я люблю слушать, как журчит поток, пусть даже откуда-то из-под волны может вылезти крокодил». «Может быть...» Ты хочешь встретить людей этого мира, где столько преступлений и горя? Да, хочу. Потому что из этого мира пришел ты. И когда ты вернешься туда, счастливы будут все, кроме меня одной. Так по-твоему? Я могу дарить людям счастье? спросил ее собеседник. По-твоему, я ради этого скитался по свету. Лицо его приняло какое-то странное выражение, в котором слились воедино насмешка, отчаяние и злоба. И он добавил, ты делаешь мне слишком много чести переписывая мне занятие столь кроткое и столь близкое мне по духу. И Мали, которая отвернулась куда-то в сторону, не заметила этого выражения: Не знаю, но ведь это ты научил меня радости и страдания, ответила она. Пока я не встретила тебя, я умела только улыбаться. Но с тех пор, как я тебя увидела, я плачу, и слезы мои для меня от рада. О, как они отличны от тех, которые я проливала по заходившему солнцу и повянувшему цветку. И все-таки я не знаю, и несчастная девушка, подавленная чувствами, которые она не могла ни понять, ни выразить, сложила руки на груди, словно стараясь скрыть ту тайну, от которой по-новому билось ее сердце. С той робостью, которая присуща неискушенным душам, она отошла на несколько шагов в сторону, и опустила глаза, не в силах больше сдерживать хлынувшие из них слезы. Искуситель, казалось, был смущен. На какое-то мгновение его охватило незнакомое ему чувство, но потом губы его искривились в усмешке, которая была исполнена презрение к самому себе. Казалось, он упрекал себя за то, что пусть даже на мгновение поддался заговорившему в нем человеческому чувству. Выражение напряженности снова исчезло с его лица, когда он взглянул на отвернувшуюся от него склоненную фигуру и моли, и казалось, что человек этот сам раздираем душевной мукой и ищет в то же время себе забавы в муках другого, в том, что человек может испытывать отчаяние и вместе с тем казаться веселым, вообще-то говоря, нет ничего противоестественного. Улыбки — это законные отпрыски счастья. Смех же очень часто бывает побочным сыном безумия. На глазах у всех он способен издеваться над теми, кто его породил. С таким вот веселым лицом чужестранец вдруг повернулся к ней и спросил — чего же ты хочешь и моли? последовало продолжительное молчание, после чего девушка сказала ⁇ Не знаю ⁇ в голосе ее была какая-то пленительная задумчивость. Так женщины умеют дать понять скрытый смысл сказанных ими слов, которые обычно означают нечто совершенно противоположное. «Я не знаю» означает «я слишком хорошо это знаю». Собеседник ее понял это и радовался уже, предвкушая свое торжество. Но почему же ты тогда плачешь, и моли? Не знаю, — отвечала несчастная девушка, и слезы ее полились еще сильнее. Услыхав эти слова, или, вернее, услыхав эти слезы, он на минуту забылся. Он ощутил то горькое торжество, которое не приносит радости победителю. То торжество, которое означает, что победа одержана над слабыми, одержана благодаря тому, что сами мы оказались еще слабее. Помимо его воли, человеческое тепло охватило всю его душу, и с неожиданной для него мягкостью он сказал что же ты хочешь чтобы я сделал теперь и моли и моли было нелегко найти такие слова которые были бы одновременно сдержаны, и понятны которые могли бы выразить ее желание и вместе с тем не выдать тайн ее сердца будучи не в силах разобраться в неведомых ей до да то ли чувствах девушка долго колебалась прежде чем дать ответ чтобы ты остался со мной, — сказала она наконец, — чтобы ты не возвращался в этот мир зла и горя. Здесь цветы всегда будут цвести, а солнце светить так же ярко, как в тот день, когда я в первый раз тебя увидала. Зачем же тебе возвращаться в мир, где людям приходится думать и где они несчастны? Раздавшийся вдруг дикий и резкий смех испугал ее. Она замолчала. Бедная девочка, воскликнул он, и в голосе его послышалось то, смешанное с горечью сострадания, которое одновременно может испугать человека и его унизить. Неужели же в этом мое назначение? Слушать щебетание птиц и смотреть, как распускаются цветы? Разве это мне написано на роду? И с новым взрывом такого же дикого неестественного смеха он оттолкнул руку, которую и Мали протянула ему в подтверждение своего простодушного порыва. «Да, конечно, я ведь очень подхожу и для такой участи, и для такой подруги. Скажи мне...» — добавил он еще более ожесточенно, — в каких это моих чертах, в каких модуляциях моего голоса, в каких моих чувствах, которые я сейчас выражал словами, прочла ты надежду, столь оскорбительную для меня? — Оскорбительную? — «Ибо она обещает счастье, и Мали, разумеется, могла бы ответить ему, я понимаю, что слова твои полны ярости, но смысл их для меня не ясен, но девическая гордость ее и женская проницательность дали ей почувствовать, что он ее отвергает вспыхнувшие в ней негодование и обида, вступили теперь в борьбу с нежным и любящим сердцем. Несколько мгновений она молчала, а потом, сдержав слезы, очень твердо сказала «Тогда уходи назад в свой мир. Раз ты хочешь быть несчастным, тогда уходи». «О горе мне! Мне нет нужды идти туда, чтобы стать несчастной я ведь несчастный здесь. Ступай, только возьми с собой эти розы. Ведь все они завянут, как только ты уйдешь. Возьми с собой эти раковинки. Мне никогда больше не захочется их надеть, если ты их на мне не увидишь. С этими словами. Непринужденным, но очень выразительным движением она сняла с груди и вытащила из волос все украшавшие ее раковины и цветы и бросила их ему под ноги. Потом она в последний раз посмотрела на него взглядом, полным гордой и безутешной печали, и приготовилась уйти «Останься и моли». Останься еще на минуту, и выслушай то, что я тебе скажу, стал просить чужестранец. В это мгновение он, может быть, открыл бы ей сокровенную тайну своего предназначения, которую ему запрещено было открывать людям, но и моли. В умолчании, которое ее проникновенный скорбный взгляд наполнял глубоким значением, даже не обернулась к нему и все так же печально покачав головой ушла. Глава восемнадцатая. Эпиграф. Меня несчастную устрашит все. Рок от моря, нависшие над ним скалы, Пустынность этих мест, святость Аполлона, Латинская пьеса. Прошло много дней, прежде чем чужестранец снова появился на острове. Ни один человек на свете не мог бы сказать, чем он был занят и какие чувства владели им все это время. Может быть, бывали часы, когда он торжествовал, думая о горе, которое причинил, может быть, бывали другие, когда он жалел об этом. Бурная душа его походила на океан, поглотивший тысячи величавых кораблей, а теперь почему-то медливший погубить утлую лодочку, которой трудно было совершить свой путь даже при полном штиле. Побуждаемый, однако, то ли злобой, то ли нежностью, снедаемой любопытством, или устав от своей искусственной жизни, столь непохожей на ту подлинную, чистую жизнь, которую жила и моли, пропитанную ароматами цветов и запахами земли и осененную сияющим небом, или, может быть, движимый другим, самым властным из всех побуждений собственной волей, которая, хоть мы никогда не пытаемся разобраться в ней и вряд ли даже признаемся самим себе в ее власти над нами, в действительности определяет девять десятых наших поступков. Так или иначе, он вернулся. Он вернулся на берег острова очарований, прозванного так теми, кто не знал, каким именем наречь жившую на нем неведомую им богиню, и кто находился в таком же затруднении по поводу этого нового объекта их теологии, как Линней, когда он сталкивался с растением еще не описанным в ботанике. Увы! Разновидности в нравственной ботанике куда разнообразнее самых странных разновидностей в ботанике в обычном смысле этого слова. Как бы то ни было, чужестранец вернулся на остров. Но ему пришлось проложить на нем немало тропинок. Раздвинуть или сломать немало ветвей, которые словно вздрагивали от прикосновения человеческой руки, и переходить в брод ручьи, в которые не погружалась еще ничья нога, прежде чем он мог обнаружить, где спряталась и моли. Ей, однако, и в голову не приходило прятаться — когда он отыскал ее, она стояла, прислонившись к скале, слушая неумолчный рокот и плеск океана. Это была самая пустынная часть берега. Вокруг ни кустика, ни цветка, обожженные скалы вулканической породы и гул прибоя. Волны почти касались ее маленьких ножек, которые в беспечности своей то ли искали опасности, то ли пренебрегали ею вот все, что ее окружало. Когда он увидал ее в первый раз — она была окружена цветами и их ароматами, всем пестрым разнообразием животного и растительного мира. Розы и павлины словно оспаривали друг у друга право украсить это прелестное существо, и она, казалось, царила между ними, перенимая у одних благоухание, у других пестроту. Теперь же ее, казалось, покинула даже сама природа, дочерью которой она была. Прибежищем ее была холодная скала, а постелью, куда она, может быть, собиралась лечь, океан. На груди у нее больше не было видно раковин, в волосы не было вплетено ни единой розы, Казалось, что и характер ее изменился так же, как чувство. Она уже перестала любить прекрасное в природе, словно предчувствуя участь, которая ее ожидает, она как будто вступала в союз со страшными и зловещими силами. Она полюбила скалы и океан, громыхание волн и бесплодный песчаный берег — все то, что даже звучанием своим напоминает о горе, о вечности. Этот непрестанный унылый гул столь же однообразен, сколь биение сердца, вопрошающего природу вокруг о том, что его ждет, и слышащего в ответ горе. Те, кто любит, могут упиваться воздухом сада и вбирать в себя его пьянящее благоухание, и кажется, что это жертвоприношение самой природы на тот алтарь, который уже воздвигнут в сердце каждого, кто поклоняется ей, и на котором зажжен огонь. А те, кто любил, пусть уходят на берег океана». Природа откликнется им. В воздухе вокруг была и грусть, и какая-то скрытая тревога казалось ему передались и чувства, что боролись в груди моли, которая в эту минуту была так одинока и зловещее молчание внешнего мира должно быть природа готовилась к одному из тех страшных катаклизмов, к одному из тех судорожных опустошений, которые призваны возвещать неотвратимость Божьего гнева сжигая на каком-то протяжении всю растительность и опаляя землю, она глухими расхатами уходящего грома грозит, что вернется в тот день, когда вселенная сгорит, как свиток пергамента, и все составляющие ее элементы расплавятся от небывалого жара и вернется, чтобы исполнить свое ужасное обещание, что сейчас это еще только начало, только предвестие, есть ли такой раскат грома, в котором не слышалась бы угроза уничтожения мира оставлена для меня? Я ухожу, но я еще вернусь. Есть ли такая вспышка молнии, которая бы не начертала в небе светящихся слов «грешник»? Я не могу сейчас проникнуть в тайники твоей души, но как встретишь ты мой блеск, когда я стану мечом в руках судьи, и мой всепроникающий взгляд разденет тебя до нога, перед всеми собравшимися мирами. Вечер был очень темный, тяжелые тучи, надвигавшиеся как вражеские полчища, заволакивали горизонт от края до края. Выше в небе изливался яркий, но страшный свет, подобный тому, что загорается в глазах умирающего, когда он напрягает остатки воли, а силы меж тем быстро его покидают, и он уже понимает, что конец близок. Ни одно дуновение ветерка не шевелило поверхность океана. Деревья недвижно поникли, и никакой шорох не пробегал по их притаившейся листве, птицы улетели, повинуясь тому инстинкту, который побуждает их избегать страшного столкновения стихий и, спрятав голову под крыло, старались примоститься в своих излюбленных, надежно укрытых от ветра уголках. На всем острове не слышно было ни звука, который бы говорил о жизни. Речка и та, словно испугавшись собственного журчания, катила свои неприметные воды так, как будто глубоко под землей некая рука укрощала ее стремительный бег. В часы такого исполненного величия и ужаса затишья природа напоминает строгого отца который, прежде чем начать свою грозную речь, встречает провинившегося сына зловещим молчанием или, скорее, судью, чей окончательный приговор воспринимается с меньшим страхом, нежели предшествующая ему тишина. И моли смотрела на это грозное зрелище без малейшего волнения, равнодушная ко всему, что происходило вокруг. До этого времени и свет и тьма были ей одинаково милы. Она любила солнце за его сияние и молнию за ее мгновенные вспышки, и океан за его гулкой рокот, и бурю за то, что она колыхала и клонила долу ветви деревьев. Девушка плясала потом под их приветливой тенью в такт движением низко свисавших листьев, которые, казалось, венчали собой ее ее красоту. Любила она и ночь, когда все стихало, и звучали одни лишь потоки, которые в ее представлении были музыкой, и пробуждали от сна звезды в небе, и те принимались сверкать и мигать им в ответ. Так было прежде. Теперь же глаза ее пристально взирали на угасающий свет и на растущую тьму, на тот кромешный мрак, который, казалось, говорил самому яркому и прекрасному из творений Господа «Уступи мне место, светить ты больше не будешь». Тьма густела, и тучи сдвигались, как войска, Сплотив все свои силы, они стояли теперь сомкнутым строем, готовясь дать бой сияющему лазурью небу. Темно-багровая полоса, широкая и мутная, притаилась на горизонте, словно узурпатор, подстерегающий престол только что отрекшегося монарха, раздвигая все дальше вширь, образовавшийся в небе чудовищный круг, она попеременно метала то красные, то белые молнии, Рок от океана нарастал, и под мощными сводами баньянов, раскинувших свои вековые корни меньше, чем в пятистах шагах от места, где стояла Эмали, эхом отдавался глубокий и какой-то потусторонний гул приближавшейся бури. Стволы древних деревьев покачивались и стонали, а их безмерной крепости корни, казалось, перестали держаться за землю и, раскинувшись в воздухе, вздрагивали при каждом новом порыве ветра. Самым ничтожным звуком, какой только она могла послать с земли, воздуха или воды, природа возвещала детям своим беду. Именно в эти минуты чужестранец решил подойти к Эмали. Опасности для него не существовало, и он не знал, что такое страх. Несчастная судьба избавила его от того и другого, но что же она ему оставила взамен? Никаких надежд, кроме одной распространить на других тяготеющее над ним проклятие. Никаких страхов, кроме страха, что жертва его может от него ускользнуть. И однако, несмотря на все его дьявольское бессердечие, при виде молодой девушки в нем все же заговорило что-то человеческое. Лицо ее поражало своей бледностью, глаза были устремлены вдали, вся фигура ее, повернутая к нему спиной, как если бы встречи с ним, она предпочла объятие самой яростной бури, казалось, говорила, пусть лучше я достанусь Богу, но только не человеку. Эта поза, которую Имали приняла совершенно случайно, и которая отнюдь не выражала ее подлинных чувств, снова пробудила в сердце чужестранца все дурное. Все злые помыслы его и его давняя мрачная страсть преследовать людей, овладели им с новой силой, видя это судорожное буйство природы и рядом с ним полную беспомощность, ничем не защищенной девической красоты, он испытал приступ страсти, подобной той, которая владела им, когда страшная колдовская сила давала ему возможность беспрепятственно проникать в камеры сумасшедшего дома или тюрем Инквизиции. Видя, что девушка окружена ужасами стихий, он ощутил странную уверенность, что хотя небесные стрелы и могут сразить ее за какой-нибудь миг, существуют еще и другие, более жгучие стрелы, что одну из них он держит сейчас в руке, и если только прицел его окажется точен, то он поразит ее душу девушки. Вооруженный всем своим могуществом и всей своей злобой, он приблизился к Эммали, единственным оружием, которой была ее чистота. Девушка стояла сама, словно отблеск закатного луча, и смотрела, как догорает этот последний луч. Облик ее так не подходил ко всему, что ее окружало, что несоответствие это могло тронуть любого, но только не скитальца. Ее светлая фигура выделялась на фоне окутывавшего ее мрака. Нежные очертания ее стана казались еще нежнее рядом с суровой каменной глыбой, к которой она приникла. Эти плавные, изящные гармоничные линии словно бросали вызов чудовищному буйству стихий в гневе своем сеющих разрушения. Чужестранец подкрался к ней так что она его не заметила. Шаги его заглушали шум океана и зловещие завывания ветра, но когда он подошел ближе, он услыхал иные звуки. И они возымели на его чувства, вероятно, такое же действие, как шепот Евы, обращенный к цветам, на чувство змея подобно змею. Он ощущал свою силу и понимал, что время пришло. Среди стремительно надвигавшихся вихрей, более страшных, чем все то, что ей приходилось видеть за свою жизнь, несчастная девушка, не сознавая, а, может быть, и не чувствуя грозившей опасности, пела свою простодушную песню, говорившую об отчаянии и о любви, словно откликаясь ею на приближение бури. Кое-какие слова этой песни, страстной и полной тоски, донеслись до его слуха. Ночь все темнее, но разве не гуще мрак — в которой он уходя поверг мою душу, молнии сверкают вокруг, но разве не ярче сверкали его глаза, когда он покидал меня в гневе. я жила только светом, который исходил от него, так почему же я не могу умереть, когда этот свет исчез? тучи во гневе чего мне бояться вас? Вы можете испепелить меня, как испепеляли у меня на глазах ветви вековых деревьев, только стволы стоят и сейчас, так и сердце мое будет принадлежать ему до скончания века. Реви же, грозный океан, волнам твоим которых не счесть, никогда не вымыть из души моей его образ. Тысячи волн бросаешь ты на скалу, но скала недвижима. Так же недвижимо будет и сердце мое среди всех бедствий того мира, которыми он хочет меня отпугнуть. Если бы не он, Опасности этих я бы никогда не узнала, Для него же я брошу сама им навстречу. Она прервала свою простодушную песню, а потом запел ее снова, не думая в эту минуту ни об ужасах, взбушевавшихся стихий, ни о том, что рядом мог находиться тот, чье коварство и чьи хитроумные козни были намного опаснее гнева всех стихий. Когда мы впервые встретились, на груди у меня были розы а теперь ее прикрывают только темные листья. Когда он увидел меня впервые, все твари любили меня, а теперь не все ли равно, любят они меня или нет, ведь я сама разучилась любить их. Когда он каждый вечер являлся на остров, мне хотелось, чтобы месяц сиял ярче. Теперь же мне все равно, встает он или заходит, задернут он тучами или светил. До того, как он пришел сюда, меня все здесь любило, и тех, кого любила я, было больше, чем волос у меня на голове. Теперь же я знаю, что могу любить только одного. И этот один меня покинул. Все переменилось с тех пор, как я его увидала. Цветы уже не столь яркие, как прежде. Я больше не слышу музыки в журчании воды. Звезды не улыбаются мне с неба, как улыбались прежде, да и сама я стала больше любить не покой, а бурю. Окончив свою грустную песню, она повернулась чтобы уйти с места, где буря уже бушевала так, что ей невозможно было там оставаться долее. И тут она встретила устремленный на нее взгляд чужестранца. Она покраснела вся до корней волос. Но на этот раз из уст ее не вырвалось радостных слов, как то обычно бывало, когда он появлялся на острове. Он указал ей на развалины пагоды, где они могли бы укрыться. Не глядя на него и шатаясь, и моли побрела за ним вслед. В молчании приблизились они к развалинам, и среди всех ужасных корч и ярости стихий странно было видеть, как два существа идут друг за другом и не перекинутся ни единым словом о своем страхе, как Мысль об опасности даже не приходит им в голову, ибо один из них вооружен против нее своим отчаянием, а другая своей невинностью. И Мали больше хотелось укрыться под сенью любимого ею Баньяна, но чужестранец стал убеждать ее, что там было бы гораздо опаснее, чем в том месте, которое выбрал он, Опаснее! воскликнула девушка, и светлая и простодушная улыбка осветила ее черты. Какая же мне может грозить опасность, если ты будешь рядом? Так, по-твоему, в моем присутствии тебе ничто не грозит. Немного было тех, кто встречал меня без страха кто не ощущал этой опасности, и лицо его стало темнее, чем небо, на которое он хмурясь устремлял взгляд, и моли, — добавил он, — и голос его сделался более глубоким и даже задрожал, ибо хотел он этого или нет, но к нему примешивалось теперь человеческое волнение. И моли, Неужели же ты сама настолько слаба, чтобы думать, что у меня есть власть над стихиями? Если бы у меня действительно была эта власть, продолжал он, то клянусь небом, что теперь так сурово на меня смотрит, я знал бы, что мне делать. Я собрал бы все самые быстрые смертоносные стрелы молний из тех, что свистят сейчас вокруг, и убил бы ими тебя на месте. Меня? — воскликнула девушка, вся затрепетав. От этих слов и от того, как они были сказаны, лицо ее побледнело больше, чем от оглушительных порывов бури в промежутках, между которыми она с трудом разбирала эти слова. «Да, тебя». «Тебя хоть ты хороша собой, и чиста, и невинна. Прежде чем тебя уничтожит огонь, еще более сокрушительный, и выпьет кровь твоего сердца. Прежде чем ты подвергнешься опасности в тысячу раз более грозной, чем все то, чем сейчас грозят тебе стихии, Опасности оказаться со мной, проклятым и несчастным. Не понимая значения этих яростных слов, вся дрожа от тоски, которую он ими ей причинил, и Мали подошла к нему, чтобы смягчить его волнение, хоть и не знала ни сущности его, ни причины. Сквозь щели в развалинах зигзаги красных молний озаряли на миг ее разметанные волосы, ее мертвенно-бледное лицо, залом рук и всю ее склоненную фигуру, выражавшую собою мольбу, словно она просила простить ее за преступление, которое совершила, какое она не знала и выказывала участие в чужом горе». Все вокруг нее было неестественно дико и страшно пол с обломками камней и грудами песку, развалины огромного храма, который, казалось, не мог быть создан человеческими руками и разрушить который мог только дьявольский разгул, зияющие щели тяжелых сводов над головой, сквозь которые то темнело, то ярким светом вспомнил, вспыхивало опять небо, и это был беспросветный мрак, и еще более страшный, чем мрак, ослепительный свет. Освещенная этими мгновенными вспышками фигура девушки являла такую силу и такую трогательную нежность, что какой-нибудь художник мог бы, наверное, обессмертить себя, изобразив в ее лице Ангела, сошедшего в обитель гнева и печали, огня и мрака, чтобы принести с собой мир, ангела все усилия, которого оказались напрасными. Когда она склонилась перед ним, чужестранец бросил на нее один из тех взглядов, которые всех, кроме нее одной, повергали в трепет. Но на взгляд этот несчастная жертва отвечала самозабвенной преданностью. Может быть, правда, к этому чувству примешивался еще невольный страх, охвативший девушку в эту минуту, когда она опустилась на колени перед своим содрогающимся и смущенным врагом, не говоря ни слова. Она словно обращалась к нему с немой мольбой быть милостивым к себе самому. Когда вокруг сверкали молнии, а земля под ее легкими белоснежными ногами дрожала, когда стихии, казалось, поклялись уничтожить на земле все живое и нагрянули с высоты небес, чтобы привести свой замысел в исполнение, причем слова «горе побежденным», Крупными, видными издали буквами были начертаны на развернутых широких знаменах, излучавших ослепительный сернистый свет, словно предваряя то, что ждет грешников в преисподней, все чувства девушки сосредоточились на избраннике ее сердца, в котором она так обманулась. Весь облик ее и каждый ее порыв были прекрасным, но вместе с тем страдальческим выражением безграничной покорности женского сердца предмету своей любви, его слабостям, страстям и даже его преступлением, когда побуждение это возникает под гнетом той власти, которую мужчина духовно подчиняет себе женщину, а оно становится до крайности унизительным для последней. Сначала и Малина клонилась, чтобы его успокоить. Душа ее подсказала телу этот первый порыв. На следующей ступени страдания она опустилась на колени, оставаясь поодаль от него. Она верила, что ее униженный вид произведет на него такое действие, какое те, что любят, надеются произвести, вызвав к себе жалость. Эту незаконную дочь любви, которой часто достается больше ласки, чем самой матери. Собрав последние силы, она припала к его руке, стала прижимать ее к своим побелевшим губам и хотела произнести какие-то слова. Голос ей изменил, но потоки слез сказали за нее все. Ответом. Было порывистое пожатие руки, которую потом тут же отдернули. Девушка лежала простертая на земле. Она была в ужасе. И моли, прерывающимся голосом заговорил чужестранец. Хочешь, я скажу, какие чувства я должен в тебе вызывать? Нет, 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 вскричала она, приложив к ушам свои тонкие руки, а потом сложив их на груди, Я слишком все это ощущаю сама. Ненавидь меня. Проклинай меня, вскричал чужестранец, не обращая на нее внимания и с такой силой ступая по гулким разбросанным по полуплитам, что стук его шагов мог, пожалуй, поспорить с раскатами грома, ненавидь меня, ибо я тебя ненавижу. Ибо я ненавижу все живое, все мертвое, и сам я ненавистен всем. — Только не мне, — сказала девушка. Слезы слепили ее, она тянулась во тьме к отдернутой им руке. — Да, буду ненавистен и тебе тоже. — если ты узнаешь, кем я послан и кому служу, И Малина пригла все силы, которые теперь снова пробудились в ней, чтобы ему ответить, Я не знаю, кто ты, но я твоя, сказала она, Я не знаю, кому ты служишь, но ему буду служить и я я буду твоей навеки. Если ты захочешь, ты можешь меня покинуть, но когда я умру, вернись на этот остров и скажи себе, розы расцвели и увяли». Потоки пролились и иссякли, скалы сдвинулись со своих мест, и светила небесные изменили свой бег — но была на свете та, что никогда не менялась, и ее больше нет. В словах этих слышались и страсти, и тоска. Ты сказал мне, добавила она, что владеешь чудесным искусством записывать мысли. Не пиши ни слова у меня на могиле ибо одного слова, начертанного твоей рукой, достаточно, чтобы меня оживить». Не плачь обо мне, ибо одной твоей слезы будет достаточно, чтобы меня оживить, и, может быть, для того лишь, чтобы ты пролил еще одну слезу». И молив, вскричал чужестранец. Девушка подняла глаза и, исполненная печали, смущения и раскаяния, увидела, что он плачет, заметив этот взгляд. Он тут же каким-то безнадежным движением руки смахнул с лица слезы и, стиснув зубы, разразился вдруг приступом неистового судорожного смеха, который всегда означает, что смеемся мы над собою дошедшая до полного изнеможения и моли, не произнесла ни слова и только дрожала, припав к его ногам. «Выслушай меня, несчастная!» — вскричал он голосом, в котором попеременно звучали то дикая злоба, то сострадание, привычная неприязнь и необычная мягкость. «Выслушай меня!» Я ведь знаю, с каким тайным чувством ты борешься. Знаю лучше, чем то сердце, в которое это чувство прокралось. Подави его, прогони, уничтожь, раздави его так, как ты раздавила бы змею, Прежде чем та подрастет, и мерзостным обличием своим ужаснет тебя, а смертоносным ядом отравит. Ни разу в жизни я не раздавила ни одной живой твари, даже змеи, ответила им Мали, которая не приходила в голову, что этот буквальный ответ мог быть истолкован и в другом смысле. Так значит, ты любишь, сказал чужестранец. Только, добавил он после долгого и зловещего молчания, знаешь ли ты сама кого полюбила? Тебя. — ответила девушка с тем чистым ощущением правды, которая как бы освещает самый порыв чувств и стыдится всякой искусной изощренности больше, нежели искреннего признания тебя. Это ты научил меня думать, чувствовать, плакать. И за это ты меня любишь?» — спросил искуситель с иронией, к которой примешивало сочувствие. «Подумай только на минуту и моли. Какой недостойный, неподходящий объект ты избрала для своих чувств! Существо, непривлекательное на вид, с отвратительными привычками!» отъединенной от жизни человечества непроходимой пропастью, обездоленного пасынка природы, занятого тем, что проклинает, а то и совращает своих более удачливых братьев того, кто... Но что же все-таки мешает мне раскрыть тебе все до конца?» В это мгновение молния чудовищной непереносимой силы блеснула межразвален, прорываясь сквозь каждую щель мгновенным ослепительным светом. Подавленная волнением и страхом и моли, Продолжала стоять на коленях, плотно прикрыв руками воспалившиеся глаза. За те минуты, которые она провела так, ей показалось, что она слышит еще какие-то звуки, что чужестранец отвечает какому-то голосу, который с ним говорит. В то время как вдали раздавались удары грома, она явственно различила как он сказал, обращаясь к кому-то, «Это мой час, а не твой! Отойди и не тревожь меня!» Когда она снова подняла глаза, на лице его не было уже и следа человеческих чувств. Казалось, что эти в отчаянии своем устремленные на нее сухие и горячие глаза не могли пролить ни одной слезы. Казалось, что в обхватившей ее руке никогда не билось с жилы, что по ним никогда не струилась кровь среди жара вокруг, Такого удушливого, что можно было подумать, что самый воздух охвачен огнем, прикосновение ее было холодно, как прикосновение мертвеца. Пощади меня. В страхе вскричала девушка, напрасно пытавшаяся уловить хоть искорку человеческих чувств в этих каменных глазах, к которым она теперь подняла свои полные слезы, молящие «пощади». И, произнося эти слова, она не знала даже, о чем она просит и чего боится. Чужестранец не ответил ни слова. Ни один мускул не дрогнул у него на лице. Казалось, что обхватившие ее стан руки не ощущают ее тело, что устремленные на девушку светящиеся холодным светом глаза не видят ее. Он отнес, вернее, перетащил ее под широкий свод, некогда служивший входом в пагоду, но который теперь, наполовину разрушенный обвалом, больше походил на зияющую пещеру, где находят приют обитатели пустыни, чем на творение человеческих рук, назначение которого — прославлять божество». «Ты просила пощады», — сказал искуситель голосом, от которого даже в этом раскаленном воздухе, где трудно было дышать, кровь холодела в жилах. «Ты просила пощадить тебя? Что же? Тебя пощадят!» Меня вот не пощадил никто, но я сам навлек на себя эту страшную судьбу и получаю теперь заслуженную и верную награду. Смотри же, несчастная, смотри, приказываю тебе. И он властно и раздраженно топнул ногой, чем поверг в еще больший ужас это нежное и страстно тянувшееся к нему существо. Девушка вздрогнула от его объятий, а потом застыла в оцепенении, встретив его мрачный взгляд. Повинуясь его приказанию, она откинула длинные пряди своих каштановых волос. Раскинутые в буйном изобилии, они Напрасной роскошью своей устилали скалу, на которой стоял теперь тот, кто пробудил в ней поклонение и любовь, кроткая как дитя. И послушная, как верная жена, она пыталась исполнить его приказания, но ее полные слез глаза не в силах были выдержать весь ужас того, что им теперь открывалось. Она вытирала светившиеся слезы прядями своих волос, которые каждый день купались в чистой прозрачной струе, и пыталась взглянуть на опустошение, творимое стихиями, как некий трепещущий светлый дух, который, дабы еще больше очиститься, а может быть, дабы лучше исполнить свое предназначение, вынужден быть свидетелем гнева всемогущего, непонятного ему. В первых проявлениях своих, но, несомненно, в конечном итоге для него благодетельного. Вот с какими чувствами и моли вся дрожа приблизилась ко входу в здание — на обломке скал смешались там в одно с развалинами стен, и, казалось, вместе возвещали власть разрушения и над природой, и над искусством, и утверждали, что огромные камни, нетронутые и неизмененные руками человека, и то ли поднятые давним вулканическим взрывом, то ли занесенные сюда дождем метеоритов и огромные каменные столпы, которые воздвигались здесь на протяжении двух столетий, превратились в тот же самый прах под пятою страшного полководца, чьи победы совершаются без шума, и не встречаются сопротивления, и чье торжество отмечено не лужами крови, а потоками слез. Оглядевшись вокруг, и молив первый раз в жизни, испытала ужас при виде природы. Раньше с ней этого никогда не случалось. Все явления природы были для нее одинаково чудесными и одинаково страшными. И ее детское, хоть и деятельное воображение, казалось, одинаково благоговело и перед солнцем, и перед бурей, а чистый алтарь ее сердца безраздельно и как священную жертву принимал и цветы, и пожары, но с тех пор, как она встретила чужестранца, новые чувства заполонили ее юное сердце. Она научилась плакать и бояться. И, может быть, в жутком облике грозового неба она ощутила зарождение мистического страха, который всегда потрясает глубины сердца того, кто осмелился любить. Как часто природа становится вот так невольным посредником между нами и нашими чувствами? Разве в рокоте океана нет своего скрытого смысла? Разве нет своего голоса у раскатов грома? Разве вид местности, опустошенной разгулом стихий, не являет нам некий урок? Разве одно, другое и третье не говорит нам о некой непостижимой теме? тайне, разгадку которой мы напрасно пытались обнаружить у себя в сердце? Разве мы не находим в них ответа на те вопросы, которые мы непрестанно задаем немому оракулу, именуемому судьбой? О, каким лживым!» Каким беспомощным кажется нам язык человека после того, как любовь и горе познакомили нас с языком природы. Может быть единственным языком, который способен найти в себе соответствие для тех чувств. Выразить, которые наша речь бессильна, до чего же различны слова без значения и то значение без слов, которое величественные явления природы, скалы и океан, месяц и сумерки сообщают имеющим уши, чтобы услышать?» Как красноречива природа в выражении правды, даже тогда, когда все молчит. Сколько раздумий пробуждают в нас ее самые глубокие потрясения. Но картина, которая предстала сейчас глазам и моли, была из тех, что вызывают не раздумье, а ужас. Казалось, земля и небо, море и суша смешались воедино, чтобы вернуться в хаос. Океан, покинув вековое ложе, ринулся далеко на берег, покрывая его. На всем протяжении гребнями белой пены надвигавшиеся волны походили на полчища воинов в шлемах, украшенных перьями, которые гордо развивались на ветру и, подобно воинам же, одна за другой погибали Одерживая победу, суша и море до неузнаваемости изменили свой облик, как будто все естественные грани были смешаны и все законы природы попраны. После отлива песок по временам оставался таким же сухим, как в пустыне. А деревья и кусты качались и вздымались совсем так же, как волны в часы ночной бури. Все было задернуто мутной серой пеленой. Томительный для глаз, и только ярко красная молния проглядывала из-за туч, как будто это дьявол взирал на сотворенное им опустошение и, удовлетворившись содеянным, закрывал глаза. Среди этого хаоса стояли два существа. Одно которое было так прелестно, что, казалось, могло не бояться стихий даже в их гневе, и другое, чей бесстрашный упорный взгляд как бы бросал им вызов, и моли, — воскликнул искуситель, — «Место ли здесь говорить о любви, да еще в такой час? Природа охвачена ужасом». Небо темно, звери все попрятались, кусты и те колышутся и гнутся, кажется, что им тоже страшно в такой час. Надо молить о защите, прошептала девушка, робко прижимаясь к нему. Взгляни ввысь, сказал чужестранец. Его незнающий страха взгляд отвечал взбунтовавшимся негодующим стихиям Такими же вспышками молнии, Взгляни ввысь. И если ты не в силах противиться побуждениям сердца, то, по крайней мере, найди для них более достойный предмет. Люби, вскричал он, протягивая руку к затянутому тревожному небу, люби бурю с ее разрушительной силой, ищи себе подруг в этих быстрых, привыкших к опасностям странницах, проносящихся по воздуху, который стонет, люби раздирающий его метеор и сотрясающий его гром». Нежно ласкай плывущие по небу плотные тучи, Эти витающие в воздухе горы, Пусть лучше огненные молнии утолят свой пыл, Улыбызая грудь твою, в которой теплится страсть, Выбери в спутники, возлюбленные себе, Все, что есть самого страшного в природе, Замани к себе стихии, и пусть пусть они испепеляют и губят тебя, погибни в их неистовых объятиях, и ты будешь счастливее, гораздо счастливее, чем если ты начнешь жить в моих жить, сделаться моей и жить, да это же невозможно». ⁇ Выслушай меня и моли ⁇,⁇ закричал он, сжимая обе ее руки в своих, в то время как глаза его, обращенные на нее, излучали слепящий свет, в то время как тело его вдруг затрепетало от нового для него чувства неизъяснимого восторга, чувства, которое всего его преобразило. ⁇ Выслушай меня ⁇ если ты хочешь быть моей, то тебе придется до скончания века остаться среди такой вот бури, среди огня и мрака, среди ненависти и отчаяния, среди... Тут голос его сделался громче и превратился в демонический крик, исполненный ярости и ужаса. Он простер руки, словно собираясь сразиться в воображении с какими-то страшными силами и стремительно выйдя из-под свода, где оба они стояли, замер, поглощенной картиной, которую нарисовали ему, вина и отчаяние, образы которой он был обречен видеть перед собою вечно. Когда он так рванулся вперед, прижавшаяся к нему девушка упала к его ногам и голосом, прерывающимся от дрожи, но вместе с тем исполненным такого благоговения, какое, может быть, превосходило все, что до то ли знали женское сердце и женские уста, ответила на его страшные слова простым вопросом «А ты там будешь?» Да, я должен быть там и до скончания века, а ты захочешь быть там со мной? Ты решишься? Какая-то дикая чудовищная сила влилась вдруг в его тело и усилило его голос, когда он говорил, склонившись над простертой перед ним бледной девушкой, которая в этом глубоком и безотчетном смирении, казалось, искала гибели, подобно голубке, которая вместо того, чтобы спасаться от ястреба или сопротивляться ему, подставляет грудь его клюву. «Быть тому!» Вскричал он, и резкая судорога исказила черты его бледного лица. Под удары грома я обручаю с тобой, обреченная на погибель невеста. Ты будешь моей навеки. Приди и мы скрепим наш союз перед алтарем природы, который буря бросает из стороны в сторону. Пусть же молнии небесные будут нашими светильниками, а проклятие природы нашим свадебным благословением. Девушка в ужасе вскрикнула, но нет его слов, которых она не поняла, а от того, с каким выражением он их произнес. «Приди!» — повторил он. «Пока мрак может еще быть свидетелем нашего необыкновенного и вечного союза!» Бледная, испуганная, но исполненная решимости, и Мали отпрянула от него. В эту минуту Буря, застилавшая небо и опустошавшая землю, улеглась. Все это произошло мгновенно, как то обычно бывает в этих странах, где за какой-нибудь час стихии делают свое разрушительное дело, не встречая никакого сопротивления, и тут же снова голубеет небо, и светит солнце, и человек тщетно пытается узнать, почему это происходит. Не знаменует ли все это конечное торжество добра, или это просто утешение Посланное в беде и горе, в то время как чужестранец говорил: Тучи умчались прочь, унося с собой уже облегченное бремя гнева и ужаса, дабы жители других краев в свой черед изведали и тревогу, и муку, и луна засветила так ярко, как она никогда не светит в странах Европы. Небо сделало с такого же цвета, как воды океана, словно переняв его синеву, а звезды засверкали каким-то особым, негодующим блеском, как будто они возмущались насилием, учиненным бурей, и в противовес ему утверждали извечное торжество умиротворенной природы над всеми случайными потрясениями, которые могут на время ее омрачить. Может быть, именно таков и путь нашей духовной жизни? Нам скажут, почему мы страдали и за что, но в конце концов ясное и благодатное сияние сменит тот мрак, в который повергают нас бури, и все будет светом. Молодая девушка увидела в этом предзнаменование, много значившее и для воображения ее, и для чувств. Она отбежала от искусителя. Кинулась в полосу лучезарного света. Казалось, что вспыхнув среди тьмы, он ей обещает спасение. Она указала на месяц. На это солнце восточных ночей. Чьей широкой полосою льющийся свет, подобно сияющей мантии, не спадал на скалы, на развалины, на деревья и на цветы. Обручись со мною при этом свете! Воскликнула им Мали, И я буду твоей навеки. И ясный месяц, проплывавший по безоблачному небу, просияв, озарил ее прелестное лицо, и она протянула к нему обнаженные руки, как бы в залог верности их союза. Обручись со мной при этом свете, повторяла девушка, упав на колени, и я буду твоей навеки. Чужестранец приблизился к ней, движимый чувствами, которые ни один смертный никогда бы не мог разгадать. В эту минуту сущий пустяк изменил вдруг ее участь. Маленькая тучка набежала на месяц. Как будто убегающая буря в поспешности и гневе подобрала последнюю темную складку своего необъятного плаща перед тем, как исчезнуть навсегда. Глаза искусителя метали на им моли лучи, в которых были и нежность, и дикое иступление Обручи со мной при этом свете, вскричал он, поднимая глаза на окружавший их мрак, и ты будешь моей на веки веков, и он с силой прижал ее к себе, и молив вздрогнула. Напрасно пыталась она вглядеться в его лицо, чтобы увидеть, что оно выражает, но успела, однако, почувствовать, что ей грозит опасность, поняла, что ей надо вырваться из его объятий. «Прощай навеки!» — вскричал чужестранец и кинулся от нее прочь. Истерзанное волнением и страхом и молитвой упала без чувств на засыпанную песком тропинку, которая вела к разрушенной пагоде. Чужестранец вернулся. Он поднял ее на руки. Ее длинные темные волосы разметались по ним, как опущенные знамена побежденных. Руки ее упали, как плети — Словно уже не прося о помощи, о которой еще совсем недавно взывали, Похолодевшим бледным лицом Она прижалась к его плечу Неужели она умерла, пробормотал он Впрочем, пусть так Пусть гибнет. Пусть станет чем угодно, только не моею. Он опустил бесчувственное тело на песок и исчез. Больше он уже никогда не появлялся на острове. Глава девятнадцатая Эпиграф. Что мир наш день за днем приносит смертным эхо ветры? С чем должен сладить я в себе, что побороть эхо плоть? Кто причинил все зло, что я терплю без меры эхо Венера? Что сделать с той, кто вся из лжи и фальши эхо, уйти подальше? Пьер де Сен-Луис Прошло три года с тех пор, как они расстались, как однажды вечером... Внимание нескольких знатных испанцев, которые прогуливались по одной из людных улиц Мадрида, было привлечено неким неизвестным человеком, одетым как и они, но только без шпаги, который прошел мимо них очень медленным шагом. Что-то побудило их сразу остановиться, и взгляды их, казалось, спрашивали друг друга, как это могло случиться, что незнакомец произвел на них такое сильное впечатление. В облике его не было ничего примечательного вел он себя очень спокойно и единственное, что было в нем необычно это выражение лица, которое поразило их, вызвав какое то странное чувство не понять ни выразить которого они не могли они остановились. Возвращаясь назад, незнакомец снова подходил к ним один своей неторопливой походкой, и их снова поразило то удивительное выражение лица, в особенности глаз, которое никто не мог выдержать, не испытав при этом леденящего страха. Привычка взирать на тех, кто способен отшатнуть от себя природу и человека. И постоянно общаться с этими людьми, проникая в дома умалишенных, в тюрьмы, на судилище инквизиции, в места, где властвует голод, где таится преступление, куда крадется смерть, придала глазам его особый блеск, выдержать, который никто не был в состоянии, а взглядом особый смысл, который лишь очень немногие понимали. В то время как он медленно проходил мимо них, Гулявшие заметили еще двух человек, чье внимание было, по-видимому, устремлено на ту же странную фигуру, ибо они остановились, указывая на незнакомца, и взволнованно говорили между собой, причем не только слова, но и все движения их выражали явную тревогу. Любопытство остальных сумело преодолеть свойственную испанцам сдержанность, и подойдя к этим двоим, они спросили не о том ли, кто только что прошел мимо, они сейчас говорят. И если да, то почему их так взволновало его появление? Те ответили, что речь действительно шла о нем и намекнули на то, что им известны некоторые обстоятельства и подробности истории этого необыкновенного существа, и надо знать их, чтобы понять, почему они оба в такой тревоге. Слова эти только разожгли любопытство теснившихся вокруг людей, и число их все возрастало. Иные из собравшихся тоже как будто что-то знали об этом необыкновенном человеке, или во всяком случае делали вид, что знают. И между ними завязался один из тех несуразных разговоров, в которых невежество, любопытство и страх преобладают над ничтожной толикой фактов и правды. Один из тех разговоров, которые, может быть, сами по себе и не лишены интереса, но всегда оставляют вас неудовлетворенным. Люди охотно слушают, как каждый собеседник выносит свою долю неосновательных суждений, нелепых предположений, вымыслов, которым верят тем безоговорочнее, чем они невероятнее, и выводов, чем более ложных, тем более для всех убедительных. Разговор этот происходил примерно в следующих выражениях. Но если он действительно такой, каким его изображают, Каким его знают люди? Почему же его до сих пор не арестуют по приказу правительства? Почему его не заточат в тюрьму инквизиции? Да ему и без того часто доводилось бывать в ее тюрьмах. Может быть чаще, чем сами святые отцы того хотели, сказал другой. Ни для кого, однако, не тайно, что независимо от того, что обнаруживалось на допросах, его всякий раз почти тут же освобождали. И что этот чужестранец перебывал едва ли не во всех тюрьмах Европы, добавил другой. Но он, всякий раз ухитрялся, либо одерживать верх над теми, в чьи руки он попадал, либо просто не посчитаться с ними и строить свои козни в самых отдаленных частях Европы, в то время как все думали, что он находится в другом месте и искупает там свои грехи. «А известно ли, откуда он родом?» — спросил еще один. «Говорят, что он родился в Ирландии, ответили ему, в стране, которой никто не знает, и жители которой по многим причинам не желают жить у себя на родине, и что имя его Мелмот испанцу было очень трудно произнести последние две буквы этого имени, которые звучали необычно для языков континента. Один из собеседников, производивший впечатление человека поумнее всех остальных, отметил как необычайное обстоятельство то, что чужестранец этот не раз переносился из одного конца земли в другой с быстротой, совершенно немыслимой для простого смертного, и что у него была страшная привычка всюду, где бы он ни очутился, непременно отыскивать самых несчастных или самых испорченных людей. А с какими целями он это делал, никто не знает. «Нет, знает», произнес вдруг низкий голос, который прозвучал в ушах оторопевших людей, как мощный, но приглушенный удар колокола. Знают и он, и они... Начало уже темнеть. Однако глаза всех ясно могли различить фигуру, проходившего мимо незнакомца. Иные даже утверждали, что видели зловещий блеск глаз, которые, если не поднимались вдруг на чьей-нибудь судьбою, то всякий раз наподобие светил, возвещающих людям беду. На какое-то время все замолчали и стали глядеть вслед удаляющейся фигуре, появление которой поразило всех, как разорвавшаяся вдруг бомба. Фигура эта двигалась медленно. Никто из присутствующих не решался к ней ни с чем обратиться. «Я слышал», сказал один из них, что когда он наметит себе жертву, существо, которое ему надо совратить или замучить, и оно где-то близко или вот вот должно появиться, всякий раз начинает звучать одна и та же пленительная музыка. Мне рассказывали эту странную историю те, кто своими ушами слышали эти звуки, и да хранит нас Пресвятая Дева Мария. Ну, а вы-то сами их слышали? Где? Что? Стали раздаваться голоса, и изумленные слушатели, сняв шляпы и распахнув плащи, открыли рты и затаили дыхание, восхищенные музыкой которое вдруг зазвучало. «Можно ли удивляться?» — воскликнул один из молодых людей, что эти волшебные звуки предвещают приближение неземной красоты. Она общается с ангелами. Только святые могли послать из обители блаженных такую музыку, Приветствовать ее появление. Тут глаза всех обратились на молодую девушку. Она шла, окруженная толпой блестящих красавиц, но одна привлекала все взгляды. И стоило мужчинам завидеть ее, как они проникались к ней самозабвенной и просветленной любовью. Она не искала ничего внимания, внимание это само устремлялось ей вслед и гордилась своей находкой. Завидев приближение множества дам, кавалеры заволновались и стали всячески прихорашиваться, старательно поправляя плащи и шляпы и перья, что было в обычаях страны, наполовину еще феодальной, где во все времена процветали рыцарские чувства приближавшаяся стайка прелестных женщин отвечала на эти приготовления такой уже подчеркнутой заботой о своей наружности. Поскрипывали широкие веера, и нарочно в последнюю минуту прикреплялись развивающиеся по воздуху покрывала, которые лишь отчасти прячи лицо, разжигали воображение больше, чем могла бы разжечь сама красота, которую они, казалось, так ревниво оберегали, поправлялись мантилией, чьими изящно положенными складками и хитрыми изгибами с таким искусством пользуются испанки. Все это предвещало нападение, которое в соответствии с галантными нравами своего века, это был 1683 год, кавалеры приготовились и принять, и отразить. Но у одной из участниц этого великолепного шествия Не было надобности прибегать к такого рода искусственным средствам. Ее поразительная природная красота резко выделялась среди всех ухищрений, которые отличали ее спутниц. Если веер ее приходил в движение то это было с единственной целью освежить воздух вокруг. Если она опускала вуаль, то лишь для того, чтобы спрятать лицо, если поправляла мантилью, то лишь с тем, чтобы стыдливо спрятать под нею очертания тела, удивительная стройность которого давала себя почувствовать даже сквозь пышные одежды этого века». Самые развязные волокиты отступали при ее приближении с безотчетным благоговейным страхом. Распутникам достаточно было одного ее взгляда, чтобы задуматься и, может быть, образумиться. Натуры тонкие и чувствительные видели в ней воплощение идеала, Какого не знает действительность, а люди несчастные единственным утешением своим почитали взглянуть на ее лицо. Старики, глядя на нее, вспоминали дни своей юности. А в юношах пробуждались первые мечты о любви, той единственной любви, которая заслуживает этого имени, чувства, навеять которые могут лишь чистота и невинность, и лишь совершеннейшая чистота быть его достойной наградой. Когда девушка эта появлялась то тут, то там, среди веселой толпы, можно было заметить в ней что-то такое, что сразу отличало ее от любой из находившихся на площади сверстниц, и это отнюдь не было притязанием на первенство среди них. Ее редкостное очарование заставило бы даже самую тщеславную из находившихся рядом женщин безоговорочно уступить ей это право. Но удивительные непосредственности примота, которые сказывались в каждом взгляде ее и движений, и даже в мыслях, они-то и превращали непринужденность в грацию, и придавали особую выразительность каждому ее восклицанию, рядом с которым приглаженные речи окружающих казались какими-то ничтожными». Ибо даже когда она живо и бесстрашно переступала правила этикета, она потом тут же просила прощения за допущенную вольность, и в раскаянии этом было столько робости и какого-то особого обаяния, что трудно было сказать, что милее — проступок ее или принесенное ее извинение. Да чего же она была не похожа на всех окружающих ее дам, с их размеренной речью, жеванной походкой и всем устоявшимся однообразием нарядов и манер, и взглядов и чувств. Печать искусственности с самого рождения лежала на каждой черте их на каждом шаге, и всевозможные прекрасы скрывали или искажали каждое движение, в котором, по замыслу самой природы, изящество должно было быть естественным. Движения же этой молодой девушки были легки, упруги, в ней были и полнота жизни и та душевная ясность, которая каждый поступок ее делала выражением мысли, а когда она пыталась их скрыть, с еще более пленительной непосредственностью выдавала обуревавшие ее чувства. Ее окружало. Сияние невинности и величия, которые соединяются воедино только у представительниц женского пола. Мужчины, те могут долгое время удерживать и даже утверждать в себе то превосходство силы, которое природа запечатлевает в их внешнем облике. Однако черты невинности они теряют. И причем очень рано. Ее живая... И ни с чем несравнимая прелесть в мире красоты была подобна комете, и не подчинялась в нем никаким законам, разве тем, которые понимала она одна, и которым действительно хотела подчиняться и вместе с тем на лице ее лежала печать грусти. С первого взгляда грусть эта могла показаться приходящей и напускной, всего лишь тенью, положенной, может быть, для того только, чтобы искусно выделить яркие краски на этой столь удивительной картине, но присмотревшись к ней ближе, Внимательный взгляд заметил бы, что Хотя все силы ее ума безраздельно чем-то заняты, А все чувства напряжены, Сердце ее никому не отдано, И томится в тоске. Юное существо это. С неодолимой силой приковала к себе внимание всех тех, кто был до этого поглощен разговором о незнакомце, и едва слышное шушукание и испуганный шепот сменились отрывистыми возгласами, выражавшими удивление и восторг, когда девушка прошла мимо. Не успела она появиться? как чужестранец стал медленными шагами возвращаться назад, и опять всем присутствующим казалось, что они его знают, а сам он не знает никого. Дамы обернулись и увидали вдруг незнакомца. Его пронзительный взгляд тут же выбрал одну из них — и в нее впился. Та тоже посмотрела на него, узнала и, вскрикнув, упала без чувств. Смятение, вызванное неожиданным происшествием, которое столь многие видели, но причины которого так никто и не понял, на некоторое время отвлекло от незнакомцев внимание толпы. Все кинулись либо помочь лишившейся чувств девушке, либо осведомиться о ее состоянии. Ее положили в карету и в этом принимало участие больше людей, чем требовалось и чем можно было хотеть. И как раз в эту минуту, когда ее поднимали, чтобы туда перенести, чей-то голос совсем близко от нее произнес «И моли». Она узнала этот голос и, едва слышно вскрикнув, повернулась туда, откуда он доносился. Лицо ее выражало страдание. Окружающие слышали это имя, но... Так как никто из них не мог понять ни что оно означает, ни к кому обращено, они приписали волнение девушки нездоровью и поспешили уложить ее в карету и увезли. Чужестранец устремил ей вслед свой сверкающий взгляд. Все разошлись, он остался один. Сумерки сменились беспросветной тьмой, а он, казалось, даже не обратил внимания на происшедшую перемену. Несколько мужчин продолжало бродить по противоположной стороне улицы, наблюдая за ним, но он их совершенно не замечал. Один из них, остававшийся там дольше других, рассказывал потом, что видел, как незнакомец поднес руку к лицу, и можно было подумать, что он поспешно смахивает слезу. Но в слезах раскаяния глазам его было отказано навек. Так не была ли то слеза любви? Если да, то сколько же горя предвещала она той, что стала избранницей его сердца? Глава двадцатая Эпиграф Такова лишь любовь, Не свернуть с полпути, И сквозь радость вдвоем, И сквозь горе пройти. Изменил ли ты мне, Нет ли, не все ли равно, Разлюбить мне тебя никогда не дано. Мур. На следующий день молодой женщине, которая накануне возбудила к себе такой интерес, предстояло покинуть Мадрид, чтобы провести несколько дней на вилле, принадлежавшей ее семье неподалеку от города». Семья эта, включая всех домочадцев, состояла из матери ее, доньи Клары де Альяга, жены богатого купца, который должен был в этом месяце вернуться из Индии, брата дона Фернано де Альяга и нескольких слуг. Эти состоятельные горожане, сознавая, как они богаты, и памятуя о своем высоком происхождении, гордились тем, что, переезжая из одного места в другое, превращают свою поездку в столь же торжественную церемонию и передвигаются с той же медлительностью, что и настоящие гранды. Вот почему старая невысокая громыхающая карета двигалась не быстрее, чем катафалк. Кучер крепко спал, сидя на козлах, а шесть вороных коней плели с шагом. Так плетется время для человека, удрученного горем. Рядом с каретой ехал верхом Фернандо Альяго и его слуга под зонтами и в огромных очках. В карете сидели донья Клара и ее дочь. Внутреннее убранство их экипажа было под стать его внешнему виду. Все свидетельствовало о тупом стремлении соблюсти принятое обличье и об удручающем однообразии. Донни Клара была женщиной холодной и важной, сочетавшей в себе природную степенность испанки с поистине ханжеской суровостью. В Донни Фернане же Огненная страстность соединялась с мрачной замкнутостью, что нередко можно встретить среди испанцев. Его огромное себелюбивое тщеславие было уязвлено мыслью о том, что предки его занимались торговлей, и, видя в редкостной красоте сестры, возможное средство породниться с каким-нибудь знатным родом, он смотрел на девушку с тем эгоистическим чувством, которое в одинаковой степени постыдно и для того, кто его испытывает, и для того, на кого оно направлено. Среди таких вот людей, живая и впечатлительная им дочь природы, дитя веселые стихи, была обречена чахнуть, подобно яркому и благоуханному цветку, который грубая рука пересадила на неподходящую для него почву. Ее необыкновенная судьба словно перенесла ее из глуши природной в глушь духовную. И, может быть, теперешнее ее состояние было хуже, чем прежнее. Самый безотрадный пейзаж никогда, пожалуй, не может привести душу в такое уныние, как человеческие лица, в которых мы напрасно стараемся отыскать выражение родственных нам чувств и самое бесплодие природы. — это верх изобилия в сравнении с бесплодием и сухостью человеческих сердец, которые дают вам ощутить всю свою тоскливую пустоту. Они успели уже проехать какое-то расстояние, когда Донья Клара, которая никогда не открывала рта, не предварив этого продолжительным молчанием, может быть, для того, чтобы придать своим словам тот вес, которого они иначе бы не имели, медленно, как оракул, изрекла «Дочь моя». «Слыхала я, что вечером вчера на гулянье тебе стало худо». Видно, ты чего-то испугалась. Нет, что вы, матушка. А чего же ты тогда пришла в такое волнение, когда увидала, так мне сказали, не знаю уж, какого-то странного человека. Ах, этого я рассказать никак не могу, не смею. Воскликнула Исидора, прикрывая вуалью залившееся краской лицо. Но тут искренность, присущая ей в прежней жизни, неудержимым потоком ринулась ей в сердце, заполнила все ее существо. Поднявшись с подушки, на которой сидела, она бросилась к ногам Доньи Клары с криком «Погодите, матушка, я вам все сейчас расскажу». «Нет», — ответила Донья Клара с чувством оскорбленной гордости и холодно отстранила ее от себя. «Нет, не время теперь». «Не нужны ни признания, которые надо вытягивать». Да и вообще не люблю я всяких бурных чувств. Совсем не девичье это дело дочерние обязанности твои очень несложны. Это всего-навсего полное повиновение, глубокая покорность и нерушимое молчание, кроме тех случаев, когда к тебе обращаются я или твой брат или отец Иосиф. Легче и не придумать, поэтому подымись с колен» и перестань плакать. Если тебя мучит совесть, обратись к отцу Иосифу, и он непременно наложит на тебя епитемию. Все будет зависеть от того, насколько велик твой проступок. Надеюсь, что он не окажется к тебе чересчур снисходительным. После всех этих слов... А такой длинной речи ей раньше вообще никогда не случалось произносить. Донья Клара откинулась на подушку и принялась с благочестивым рвением перебирать четкие читать молитвы, повергшие ее в глубокий сон, от которого почтенная дама пробудилась только тогда, когда карета прибыла к месту назначения. Было уже около полудня. В холодной низкой комнате, выходившей в сад, был накрыт обед, и все ждали только отца Иосифа. Наконец он явился. Это был человек внушительного вида. Приехал он верхом на муле. Черты лица его, как могло показаться на первый взгляд, носили на себе следы упорной мысли. Однако при ближайшем рассмотрении оказывалось, что это скорее результат неких физических усилий, а никак не работы ума. Шлюзы были открыты, но воду еще не пустили. Тем не менее, хоть он и не получил должного воспитания и отличался узостью в суждениях, отец Иосиф был человеком добрым и благонамеренным. Он любил власть и был предан интересам католической церкви. Однако у него нередко возникали сомнения, которые он, впрочем, оставлял при себе. Он не был уверен, что безбрачие для священников так уж необходимо. И всякий раз, когда ему доводилось слышать о кострах Аутодафе, по телу у него пробегали мурашки. Обед кончился. Фрукты и вино, к которому, однако, дамы не прикасались, стояли еще на столе. Причем все самое лакомое было подвинуто поближе к отцу Иосифу. Когда Исидора, низко поклонившись матери и священнику, как всегда, удалилась к себе. Донья Клара обратила на духовника вопрошающий взгляд. «Для нее это время сиесты», — сказал священник, принимаясь за кисть винограда. «Нет, отец мой, нет», — печально сказала Донья Клара. «Служанка ее сообщила мне, что после обеда она никогда не ложится. Увы». Слишком она, видно, привыкла к жаркому климату страны, куда судьба забросила ее в детстве. Она просто не чувствует никакой жары, вопреки тому, что положено истой христианке. Нет, если она уходит к себе, то не для того, чтобы молиться или спать, как это в обычае у всех благочестивых испанок. Но боюсь, что для того, чтобы... Для чего? спросил священник, и в голосе его послышался ужас. Боюсь, что для того, чтобы думать, ответила донья Клара. Часто ведь, когда она возвращается, на глазах у нее видны слезы. Меня разбирает страх отец мой. Уж не плачет ли она по своей языческой стране, принадлежащей дьяволу? Той, где она провела свои юные годы, я наложу на нее покаяние, и оно не даст ей попусту проливать слезы и уж во всяком случае оплакивать свое прошлое, — сказал отец Иосиф. Да чего же сочный виноград? «Знаете, что отец мой?» — продолжала Донья Клара с той несильной, но беспрерывной тревогой, которая свойственна людям с предрассудками. «Хоть вы и успокоили меня насчет нее, я все-таки чувствую себя несчастной. Отец мой, знали бы вы, как она иногда говорит?» Точно какая-нибудь самоучка, которой не нужно ни духовника, ни наставника, никого, кроме ее собственного сердца. Может ли это быть, воскликнул отец Иосиф, ни духовника, ни наставника? Она, верно, не в своем уме. Отец мой! продолжала Донья Клара, в речах ее иногда столько кротости, и вместе с тем мне бывает нечего на них ответить. И поэтому, как невелика моя родительская власть, я как? Строго сказал священник, неужели же она смеет отвергать? «Какие-нибудь догматы католической церкви?» «Нет, нет, что вы!» — в испуге вскричала Донья Клара, крестясь. «Но что же тогда?» «А вот что! Она говорит такие вещи, каких я сроду не слыхивала ни от вас». Святой Отец, ни от кого из священников, на чьих проповедях я бывала, ведь я женщина благочестивая и исправно посещаю все службы. Напрасно я говорю ей, что истинная вера состоит в том, чтобы слушать мессу ходить на исповедь, исполнять епитемии, соблюдать посты и бдения, умершвлять плоть и жить в воздержании, верить всему, чему учит нас Пресвятая Церковь, и ненавидеть, презирать, отталкивать от себя – и проклинать все. — Довольно, дочь моя, довольно, — сказал отец Иосиф. — Кто же станет сомневаться, что вы праведная христианка? — Думаю, что никто, — отец мой, — сказала Донья Клара с тревогой в голосе. — Я был бы не христем, если бы в этом усомнился, — добавил священник, — это все равно, что не соглашаться с тем, что виноград этот бесподобен. Или что этот бокал Малаги достоин украсить стол его святейшества папы, когда за ним соберутся все кардиналы. Но как же все-таки обстоит дело с предполагаемым или возможным отступничеством Доньи Исидоры. Святой отец, я уже ведь высказала вам, какую веру я исповедую. Да-да, всего этого вполне достаточно. Перейдем теперь к вашей дочери. Она говорит иногда... — сказала Донья Клара, заливаясь слезами. — Говорит, но только когда ее вынудишь на такой разговор, что в основе религии должна лежать любовь ко всему на свете. Вы понимаете, отец мой, что это может означать? Хм. Хм что все люди должны быть доброжелательными, короткими и смиренными, какой бы веры и обрядов они не придерживались. Хо -хо. «Отец мой», — продолжала Донья Клара, несколько задетая тем недоверием, с которым отец Иосиф выслушивал ее сообщение и решив поразить его каким-нибудь примером, который подтвердил бы истинность ее слов. «Отец мой, я слышала, как она осмелилась выразить надежду, что еретики...» что составляют свиту английского посла, может быть, не будут навеки. Замолчите! Я не могу выслушивать подобные речи, а то мне придется отнестись к этим заблуждениям строже. — Как бы то ни было, дочь моя, — продолжал отец Иосиф, — могу вас пока что утешить. Это так же верно, как то, что этот чудесный персик сейчас у меня в руке. Попрошу вас передать мне еще один. И так же верно, как то, что я сейчас выпью этот бокал малаги, Последовала продолжительная пауза, свидетельствовавшая о том, что обещание выполняется. «Да, так же верно». Тут отец Иосиф поставил пустой бокал на стол. И «Синьорита Исидора все же в какой-то степени христианка» как это вам не кажется неправдоподобным. Клянусь вам в этом той рясой, что сейчас на мне. Что же касается всего остального, то небольшая епитимия и... Словом, я позабочусь об этом. А теперь, дочь моя, когда сын ваш, Дон Фернан, окончит свою сиесту, ибо нет оснований полагать, что он удалился к себе для того, чтобы думать, пожалуйста, передайте ему, что я готов продолжить шахматную партию, которую мы с ним начали месяца четыре назад. Я продвинул пешку «До предпоследнего поля, и следующим ходом получаю королеву!» «Неужели партия ваша длилась так долго?» — спросила Донья Клара. «Долго?» — удивился священник. «Она могла бы длиться и много дольше. Мы играли самое большее три в день». После этого он ушел поспать, а вечер священник и дон Фернан провели вдвоем в глубоком молчании за шахматной доской. Донья Клара в таком же глубоком молчании за вышиванием, а Исидора у окна которая из-за невыносимой духоты пришлось открыть, созерцая струящийся лунный свет, вдыхая запах туберозы и, глядя, как распускаются лепестки царицы ночи. Все это напоминало ей то богатство красок и запахов, среди которых проходила ее прежняя жизнь густая синего неба и огненное светило, озарявшее спящую землю, могли соперничать с великолепием индийской ночи и тем обилием света, которое там расточала природа. Да и у ног ее были тоже благоухающие яркие цветы, краски которых не пропадали, а только слегка тускнели, как укрытое вуалью лицо красавицы. А капельки росы, висевшие на каждом листике, дрожали и сверкали, как слезинки духов, плакавших от того, что им приходится расставаться с цветами и улетать. И все же, как неприятен был ветерок, доносивший благоухание апельсиновых деревьев, цвету, жасмина и роз. В нем не было тех пряных ароматов, которыми напоен по ночам воздух Индии. Легкие ветерки обвивают остров блаженных. Ну а в остальном — Разве все не напоминало ей прежнюю жизнь, так похожую на сон? Разве все не склоняло ее к тому, чтобы поверить, что она снова стала королевой своего сказочного острова? Ей не хватало только одного существа, а без него все. И этот райский Остров, освещенный луною, и испанские сады с их благоухающими цветами, превращалась в бесплодную дикую пустыню. Только в глубинах сердца таила она еще надежду встретить этот образ, только себе одной осмеливалась она повторять заветное имя и страстные и сладостные песни его страны, Ирландии, которым он ее научил, когда ему становилось с ней хорошо. И так не похожа была ее прежняя жизнь на нынешнюю, так страдала она теперь от принуждения и равнодушия, так часто ей твердили, что все, что она делает, говорит и думает неверно, что она переставала уже верить тому, что ей подсказывают собственные чувства, лишь бы избежать преследований со стороны окружавшей ее посредственности нудной и властной, и появление чужестранца, сделалось для нее одним из тех видений, которые составляли и радость, и горе ее таинственной, призрачной жизни. Удивляющая сестра. — сказал Фернан, у которого отец Иосиф только что выиграл ферзя, чем поверг его в придурное настроение. «Никогда ты не займешься тем, чем заняты все твои сверстницы — вышиванием или каким-нибудь другим рукоделием» и не почитаешь никаких духовных книг, — присовокупила Донья Клара, оторвав на минуту глаза от пялец, а потом снова их опустив. Есть же вот, например, житие польского святого, что родился, как и она, в стране мрака и все равно был призван стать сосудом, запамятовал я, как его звали, отец мой, шах королю. Вместо ответа изрек отец Иосиф. «Ты ни на что не обращаешь внимания, а разве что смотришь иногда на цветы, перебираешь струны лютни или возришься вдруг на луну», — продолжал Фернан, которого одинаково огорчали и успех его противника, и молчание Сидоры. Она усердно раздает подаянием и творит милосердие, возразил добродушный священник. Меня как-то раз вызвали в одну лачугу неподалеку от вашей вилы, сеньора Клара к умирающему грешнику, к бродяге, который заживо гнил на гнилой соломе. «Господи Иисусе!» — вскричала Донья Клара вне себя от ужаса. «За неделю до того, как выйти замуж, в доме моего отца я стала на колени и омыла ноги тринадцати нищим». С тех пор я не выношу нищих. Я и видеть их не могу. Бывают иногда нерасторжимые связи мыслей и чувств, сухо сказал священник. Я отправился туда, как мне повелел мой долг, добавил он. Но дочь ваша опередила меня она пришла незванная, с ласковыми словами утешения, взятыми из проповеди и слышанными ею из уст одного скромного духовного лица, чье имя останется неизвестным. Услыхав эти исполненные скрытого тщеславия слова, Исидора покраснела. Все же докучливые поучения Дона Фернана и бездушная суровость ее матери либо вызывали в ней кроткую улыбку, либо доводили до слез. «Я слышал, как она утешала его, когда входил в эту лачугу, и клянусь моим саном, я остановился на пороге. И так она меня восхитила, что я просто заслушался. Первыми словами ее были «шах и мат». Воскликнул он, начисто позабыв в эту минуту о проповеди, впиваясь глазами в короля противника и торжествующе указуя перстом на безысходное положение, в которое тот попал. И чудные же то были слова, — сказала недалекая Донья Клара, которая все это время не отрывала глаз от своего рукоделия. — Вот уж никак не думала я, что моя дочь до того привержена шахматной игре, что даже в дом умирающего могла войти с такими словами на устах слова эти сказал я, сеньора, — поправил священник, повернувшись к доске и снова уставившись на нее сосредоточенным взглядом, в котором светилась радость по поводу только что одержанной победы. — Святые угодники! — воскликнула Донья Клара, приходя в еще большее смущение. — А я-то думала что в таких случаях говорят обычно «пакс вабискум», «мир вам» или... Но прежде чем отец Иосиф успел ей что-то ответить, Исидора вскрикнула и так пронзительно, что все встрепенулись. В ту же минуту мать и брат кинулись к ней, а вслед за ними четыре служанки и двое молодых слуг, которые прибежали из передней на этот душераздирающий крик. Исидора была в сознании. Она безмолвно стояла среди них бледная как смерть взгляд ее перебегал с одного на другого, но казалось не различал окружавших ее людей, но она все же не потеряла присутствие духа, которое никогда не покидает женщину, если ей надо сохранить что то в тайне и ни движениями ни глазами не указал он никому на окно, где вдруг появилось то, что повергло ее в такую тревогу. Ее со всех сторон засыпали вопросами, а она, как видно, не могла ответить ни на один из них, и, отклонив всякую помощь, прислонилась к косяку, словно ища в нем опоры. Донья Клара уже подходила к ней размеренным шагом со склянкой какой-то эссенции, которую она извлекла из потайных глубин своего кармана, когда одна из служанок, знавшая привычки своей молодой госпожи, предложила, чтобы подбодрить ее, дать ей понюхать цветы, которые росли у окна. Сорвав несколько роз, она поднесла их Исидоре. Вид и запах чудесных цветов невольно пробудил в девушке воспоминания о прошлом, и, отстранив служанку, она воскликнула «Нет больше таких роз, как те, что были вокруг, когда он увидал меня в первый раз». «Он?» «А кто же это такой, дочь моя?» — спросила Донья Клара в тревоге. «Заклинаю тебя, сестра! Скажи, кого ты имеешь в виду?» — раздраженно крикнул Фернан. «Она бредит», — сказал священник. Как человек проницательный, он понял, что тут скрывается какая-то тайна, и как то свойственно людям его профессии, ревниво решил сберечь ее для себя и не допустить, чтобы кто-нибудь, даже мать или брат, ее узнали. Она бредит, и вы в этом виноваты не вздумайте только докучать ей и о чем бы то ни было расспрашивать. Пойдите, прилягте, сеньорита, и дохранят все святые ваш покой. Благодарная за то, что ей было позволено удалиться, Исидора ушла к себе, а отец Иосиф просидел еще около часу, притворившись, что хочет рассеять подозрительности страхи Доньи Клары и угрюмую раздражительность Дона Фернана. На самом же деле он за это время постарался выпытать у них в пылу спора все, что они знали и чего боялись, дабы утвердиться в собственных предположениях, и, раскрыв тайну девушки, укрепить свою власть над нею. Тайны дома узнать норовит, чтоб держать его в страхе. Желание это не только понятно, но и необходимо для существа, из сердца которого профессия его исторгла все естественные чувства. Если вместо них сердце порождает злобу, тщеславие и стремление нанести другим вред, то виноваты в этом никак не сами люди, а та система, которая их себе подчинила». Сеньора, сказал священник, вы всегда выказываете особое рвение к католической вере, а вы, сеньор, постоянно напоминаете мне о чести вашей семьи. Я пекусь и о той и о другой. Скажите, что можно сделать лучшее в интересах обеих, как не убедить Донью и Сидору стать монахиней? — Я этого хотела бы всей душой! — воскликнула Донья Клара, сложив руки и зажмурив глаза, как будто она в эту минуту увидела, что дочь ее приобщается к лику святых. — Я и слышать об этом не хочу, отец мой! — сказал Фернан. — Красота и богатство моей сестры! Дают мне право добиваться родства с самыми знатными домами Испании. Такая прививка пошла бы им на пользу, и, может быть, за какие-нибудь сто лет сделались бы чуть благообразнее их обезьяние фигуры и красные лица. И верите ли мне? Кровь, которой они так гордятся, не станет хуже от того, что в нее будет влито жидкое золото нашей крови. Вы забываете, сын мой, о необыкновенных обстоятельствах, связанных с ранними годами жизни вашей сестры среди нашей католической знати немало таких людей, которые предпочли бы, чтобы в жилах их была влита черная кровь изгнанных из страны мавров или объявленных вне закона евреев, нежели кровь той, которая тут он что-то таинственно зашептал, отчего Донья Клара вздрогнула, охваченная отчаянием и горем, а сын ее в гневе вскочил с места. «Не верю я ни одному вашему слову!» — раздраженно воскликнул он. «Вы хотите, чтобы моя сестра приняла монашество?» и поэтому поверили в эту чудовищную выдумку, да еще вдобавок сами распространяете эти слухи. «Сын мой, умоляю тебя, не забывайся!» — воскликнула Донья Клара вся дрожа. «Не забывайтесь и вы, сеньора, и не приносите вашу дочь в жертву ни на чем не основанной и невероятной выдумке. «Выдумке», — повторил отец Иосиф. «Сеньор, я прощаю вам ваши нелепые мысли касательно меня самого, но позвольте напомнить вам, что снисходительность моя — ни в какой степени не распространяется на оскорбления, которые вы наносите католической вере. «Досточтимый отец», — сказал перепуганный Фернан, — «На целом свете нет человека, который бы столь ревностно исповедовал католическую веру, как я, и вместе с тем который бы был так ее недостоин. Последнему я готов поверить, сказал священник. Согласны ли вы с тем, что все, чему учит святая церковь, истинная правда? Ну, разумеется, согласен. Раз так то вы должны согласиться, что острова на Индийских морях особенно подвержены влиянию дьявола. Соглашаюсь, если церковь требует, чтобы я этому поверил. И что дьявол околдовал своими чарами тот самый остров, на котором в детстве потерялась ваша сестра. — Не понимаю, из чего это следует, — сказал Фернан, внезапно выступая в защиту этой посылки Сорита. — Не понимаете, из чего это следует, — повторил отец Иосиф, крестясь. — Он ослепил их, да не видят. Но для чего же мне попусту расточать на тебя латынь и логику? Если ты не способен уразуметь ни того, ни другого. Запомни, я прибегну к одному только неопровержимому доводу. Тот, кто не соглашается с нами, тот против нас. Инквизиция в го знает, сколь истинны мои слова. И пусть кто-нибудь попробует сказать, что это не так. Только не я. «Только не я!» — воскликнула Донья Клара. «Я уверена, что и не этот упрямец, сын мой. Заклинаю тебя, поторопись проникнуться верой во все то, что тебе говорит святой отец. Я и без того тороплюсь» ответил Дон Фернанд тоном человека, которого заставляют глотать что-то невкусное. Только вера моя задохнется, если вы не дадите ей времени, чтобы все это проглотить. Но а насчет того, чтобы оно переварилось, пробормотал он, так уж это будет когда Господь приведет. Дочь моя! сказал священник, который отлично умел выбрать время удобное для разговора и понимал, что мрачный и раздраженный Фернан на большее сейчас уже не способен. Дочь моя довольна. Нам следует быть очень осторожными, Ведя за собою тех, кто спотыкается на пути благодати. Молитесь вместе со мной, дочь моя, Дабы у сына вашего открылись глаза на то, сколь славно и сколь блаженно призвание его сестры ступить на стезю, ведущую в обитель где безграничная щедрость божественной благодати возвышает счастливых избранников над всеми низменными и суетными заботами, над разными мелкими и суетными слабостями, которые... Хм, Кое-какие из этих слабостей, признаться, одолевают сейчас и меня самого. Я так много говорил, что совсем охрип. А ночью было так душно, что я совершенно измучился, и поэтому не худо бы подкрепиться крылышком куропатки. Донья Клара сделала знак слуге, и был принесен поднос с вином и такой куропаткой, что французский прилад заказал бы себе, вероятно, вторую порцию, несмотря на свой ужас перед «тужур пердри» — всегда куропатка. «Посмотрите, дочь моя, до чего же меня извели эти пагубные пререкания. Право же, поистине я могу сказать, ревность по доме твоем снедает меня. — Ну так вы скоро рассчитаетесь с этой ревностью к дому, — пробормотал уходя Фернан. И, перекинув через плечо плащ, он удивленно посмотрел, с какой легкостью священник расправляется с крыльями и грудкой своей любимой дичи, попеременно то шепча назидательные поучения Доньи Клари, то делая какие-то замечания по поводу того, что в кушании не достает душистого перца или лимона. «Отец мой», — сказал Дон Фернан, который вернулся и стоял теперь перед ним. Отец мой, у меня к вам просьба. Буду рад, если смогу ее удовлетворить, ответил священник, переворачивая объеденные кости. Только тут одна ножка осталась, да и ничего почти нет на ней. Я совсем не об этом. Улыбаясь, сказал Фернан, я хочу попросить вас, чтобы вы не возобновляли разговора о монастыре с моей сестрой до тех пор, пока не вернется отец. Ну, разумеется, разумеется. Ах, подходящее вы время выбрали, чтобы меня просить, знаете. Что никак я отказать не могу в такую минуту, когда сердце мое согрелось и смягчилось, и разомлело от, от, от всех доказательств вашего искреннего раскаяния и смирения, и всего, на что только могли надеяться, чего могли хотеть и благочестивая матушка ваша, и ваш ревностный духовник, право же, меня все это трогает. Эти слезы не часто мне доводится плакать, но разве что в таких случаях, как этот, и тогда-то уж я проливаю слезы, и мне приходится пополнять эту трату. Так не выпить ли вам еще вина, предложила донья Клара. Отец Иосиф налил себе еще один бокал. Спокойной ночи, отец мой, сказал Дон Фернан. Да хранят вас все святители, сын мой. Да чего же я устал? Я просто изнемогаю от этой борьбы. Ночь такая душная, что тянешься к вину, чтобы только утолить жажду, а вино возбуждает, и тогда надо бывает поесть» чтобы смирить его вредоносное пагубное воздействие еда же, в особенности куропатка». Блюдо горячее и возбуждающее, снова требует вина, чтобы возбуждение это улеглось или хотя бы уравновесилось. Заметьте, донья Клар, я говорю с вами как с женщиной образованной. Есть возбуждение и есть поглощение. Причины их многообразны, а последствия такие, как, ну, да не стоит сейчас говорить об этом. «Досточтимый отец!» промолвила восхищенная Донья Клара, немало не догадываясь, из какого источника льется все это красноречие. «Я побеспокоила вас для того, чтобы попросить вас об одном одолжении». «Говорите, и просьба ваша будет исполнена», — сказал отец Иосиф приняв гордый вид и словно изображая собою сикста. Он выдвинул ногу вперед и приготовился слушать. «Я просто хочу знать». Все ли жители этих мерзких индийских островов будут прокляты навеки? Да, будут прокляты навеки. Тут не может быть никаких сомнений, заверил ее священник. Ну вот, теперь мне легче на душе, сказал донья Клара. И ночью сегодня я буду спать спокойно. Сон должно быть все же сошел на нее не так скоро, как ей того хотелось, потому что час спустя... Она стучалась в дверь к отцу Иосифу, повторяя, прокляты навеки, отец мой? Так вы, кажется, сказали. Будьте вы прокляты навеки, вскричал священник, ворочаясь сбоку на бок на своем беспокойном ложе, где ему снились тяжелые сны. То это был Дон Фернан который явился на исповедь с обнаженной шпагой, то донья Клара с бутылкой хереса в руке, которую она на глазах у него выпила залпом, в то время как сам он напрасно открывал рот, чтобы хоть капли вина увлажнить пересохшие губы. То ему снилось, что на острове у берегов Бенгалии обосновалась инквизиция, и огромная куропатка восседает на месте верховного инквизитора за покрытым черным сукном столом, да и еще немало всяких чудовищных существ, химер, порожденных полнокровием, и не сварением желудка. Донья Клара, которая из всего, что он говорил во сне, могла уловить только последние слова, вернулась к себе в спальню легкой походкой. Сердце ее радовалось. При исполненной благодати она принялась молиться перед стоявшей в нише статуей Пресвятой Девы, по обе стороны которой были зажжены восковые свечи, и провела так всю ночь до тех пор, пока не повеяло утренней прохладой, и она не почувствовала, что может теперь лечь с надеждой что спокойно уснет. И Сидора провела эту ночь у себя, и так же без сна, так же, как и ее мать, она простерлась перед статуей Пресвятой Девы, однако мысли ее были совсем иными. Ее лихорадочная, призрачная жизнь, состоявшая из диких и непримиримых контрастов между настоящим и видениями прошлого, несоответствие всего, что таилось в ее душе с тем, что окружало ее теперь, между яркими воспоминаниями и унылой действительностью, все это, Оказалось ей не под силу. Сердце ее было переполнено чувствами, владеть которыми она не привыкла, а голова кружилась от всех превратностей судьбы, которые могли сломить и натуру более сильную. Какое-то время она повторяла все свои обычные молитвы, к которым добавила еще летанию при святой деве но не испытывала, однако, при этом ни успокоения, ни просветления, пока, наконец, не почувствовала, что все эти слова не выражают ее душевного состояния. Этого отступничества сердца она боялась еще больше, чем нарушение ритуала, и она дерзнула обратиться к Пресвятой Деве на своем собственном языке. «Дух кроткий и прекрасный!» — вскричала она, падая ниц перед изваянием. «Ты единственная, чьи уста улыбались мне с тех пор, как я попала в твою христианскую страну. Ты, чей лик как мне порой казалось, был среди тех, что живут на звездах моего индийского неба. Выслушай мои слова и не гневайся на меня. Сделай так, чтобы я перестала чувствовать мое настоящее, чтобы я позабыла мое прошлое. Почему это прежние мои мысли возвращаются ко мне снова? Когда-то я становилась от них счастливой. Ныне же они застряли в сердце моем, как шипы. Почему они сохраняют свою прежнюю власть надо мной, ведь они стали другими? Я больше уже не могу быть такой, как раньше. Так не заставляй же меня все время помнить об этом». Если только это возможно, то сделай так, чтобы я видела, чувствовала и думала так, как те, что меня окружают сейчас. О, горе мне! Я чувствую, что мне будет гораздо легче опуститься до их уровня, чем поднять их до своего. Время, принуждение и уныние могут многое сделать для меня» но сколько нужно времени для того, чтобы подобная перемена могла произойти в них, это все равно, что искать жемчуг на дне прудов, которые вырыты у них в садах. Нет, Матерь Божия, Божественная и Таинственная Дева, нет, никогда не видать им трепета моего пылающего сердца. Пусть испепелит его собственный огонь, прежде чем его успеет потушить капля их холодного сострадания, Пресвятая Дева. Разве пламенеющие сердца не достойны тебя больше, нежели все другие? Разве любовь к природе не сливается с любовью к Богу? Можно, правда, любить, ни во что не веря. Но можно ли верить, не любя? И все же, о, Матерь Божья, осуши сердце мое, ибо нет больше русла, по которому могли бы излиться его потоки? Или же направь все эти потоки прямо в реку узкую и холодную, в ту, что стремит воды Своей вечность? Надо ли мне думать или чувствовать, если жизнь требует от меня исполнения обязанностей, какие не внушают мне ни одно чувство, и равнодушие, которое не нарушается никаким раздумьем? Даруй мне здесь покой. Правда, это будет означать конец радостям, но это будет также и концом страданий, а потоки слез. Это слишком дорогая цена за одну единственную улыбку, которую на них можно купить на торжеще жизни. О, горе мне! Лучше блуждать по свету, не ведая никаких его радостей, чем терзаться воспоминаниями о цветах, что увяли, и об ароматах, что никогда уже не услышишь. Неодолимое волнение охватило ее, и она снова склонилась перед образом Пресвятой Девы. «Да, помоги мне изгнать из души моей все образы прошлого, кроме него, кроме него одного». Пусть сердце мое станет похожим на эту уединенную комнату, которая освещена единственным, что в ней есть, образом твоим, озаренным светом любви, тем, что не погаснет до скончания века. В выступлении своем она продолжала стоять на коленях, перед Пресвятой Девой, когда же она поднялась, то вся тишина ее комнаты и безмятежная улыбка на лице Божьей Матери, казалось, и противостояли всей одолевавшей ее непомерной слабости, и упрекали девушку за то, что она ей поддалась. Лицо Божьей Матери как будто нахмурилось. Совершенно очевидно, что человеку, который чем-то взволнован, не приходится ждать утешения от того, кто безмятежно спокоен лучше уж столкнуться с таким же волнением, даже с враждебностью, встретить все, что угодно, лишь бы не покой, не то, что подавляет и уничтожает, это все равно, что ответ скалы на грянувшей волне, которая собирается силами, пенис, кидается вперед вперед и превращается в брызги, чтобы вернуться назад разбитой, истерзанной и ропщет, слыша, как раскатистым эхом отдаются крики ее и стоны. От невозмутимого и лишающего всякой надежды вида божества которая улыбается человеческому горю, не утешая в нем и не облегчая его, и выражая этой улыбкой глубокое и вялое равнодушие, как бы утверждая ею, что совершенство недостижимо хладнокровно давая понять, что пока человечество существует, оно обречено на муки. От всего этого несчастная страдалица кинулась искать утешение в природе, чье беспрерывное волнение находится как будто в соответствии с превратностями нашей судьбы и тревогами сердца где все смены затишья и бурь, туч и сияние солнца, ужасов и наслаждений совершаются как бы в такт той неизъяснимой и таинственной гармонии, некой арфы, чьи струны трепетом своим попеременно выражают муку и радость до тех пор, пока их не коснется рука смерти, чтобы навеки заставить их замолчать. С такими вот чувствами Исидора прислонилась к окну, стараясь глотнуть немного свежего воздуха, но ей это не удалось. Настолько ночь была душной, и она подумала, что в такую ночь на своем индийском острове она могла бы кинуться в речку, струящуюся в тени ее любимых тамариндов а не то и отважится войти в тихие серебристые воды океана, радоваться отраженным в них лунным лучам, пробежавшей по поверхности легкой ряби, и наслаждаться, подбирая блестящие, изогнутые и словно покрытые эмалью ракушки, которые точно сами льнули к ее светлым следам, когда она возвращалась на берег. Теперь все было другое. Правда, здесь она тоже купалась, но здесь купание стало для нее какой-то обязанностью и ни разу не удавалось обойтись при этом без мыла и духов, а главное, без прислуги, и хотя все это были женщины, и Сидори церемония эта внушало неимоверное отвращение. От всех этих губок и благовоний ей, не привыкшей ни к каким изощренностям, становилось просто не по себе, а присутствие при этом других человеческих существ было для нее тягостно и словно закрывало за единый миг все поры ее тела. Купание нисколько ее не освежало, молитвы не приносили ей облегчения. Она искала его в своей комнате у окна, но и там не находила. Луна была такой яркой, каким в северных странах бывает солнце, и все небо было залито ее светом она походила на огромный корабль, что один браздит гладь воздушного океана и не оставляет после себя следа, а в это время мириады звезд искрятся в потоке ее безмятежного света, подобно сопутствующим кораблям, что направляются в неведомые миры и указуют на них смертным, а те, следя за их ходом, упиваются неспосланным ими сиянием. Вот что совершалось в это время на небе. Как же все это было не похоже на то, что творилось внизу. Сияющий необъятный свет падал на огороженные прямые грядки, подстриженные мирты и апельсиновые деревья в катках, на четырехугольные пруды, на увитые зеленью беседки, на природу, которую бесчисленными способами калечили и которая от всех этих истязаний только ежилась и негодовала на человека. Исидора смотрела на все и плакала. Слезы стали теперь для нее тем единственным языком, на котором она говорила с собой, когда бывала одна. Когда же рядом оказывался кто-нибудь из родных, плакать она не смела. Но вдруг она заметила на одной из освещенных луною аллей темное пятно, которое, приближаясь, становилось все больше. Она увидела, что кто-то идет к ней, услышала свое имя, то, которое она помнила и любила, имя и моли. О, кто же это, вскричала она. Неужели здесь есть хоть кто-нибудь, кто называет меня этим именем? Только этим именем я и могу называть тебя, послышался в ответ голос чужестранца. Я еще не имел чести узнать то другое которым нарекли тебя твои покровители христиане. Они зовут меня Исидорой, но ты зови меня прежним именем и моли. Только как же могло случиться, — добавила она дрожащим голосом, — страх за него пересилил в эту минуту внезапно охватившую ее простодушную радость, едва лишь она его увидела. «Как могло случиться, что ты здесь? Здесь, куда не проникает ни один посторонний? Как ты мог перелезть через ограду и попасть в сад? Как ты добрался сюда из Индии? Молю тебя!» сейчас же уходи. Оставаться здесь опасно. Людям, которые меня окружают, я не могу доверять, не могу их любить. Моя мать строга ко мне, брат мой жесток». Но кто же все-таки пустил тебя в сад? Как это могло быть, добавила она прерывающимся голосом, что ты вдруг решил подвергнуть себя такой опасности для того, чтобы увидеть ту, которую ты давно успел позабыть? «Милая неофитка, прелестная христианка», — ответил чужестранец сатанинскую смешкой, — «да будет тебе известно, что все эти засовы, решетки, стены, значит, для меня не больше, чем волны и скалы на твоем острове в Индии» что я могу войти куда угодно и выйти, как только мне заблагорассудится, и мне не надо для этого и спрашивать, и получать позволение у цепных псов твоего брата, или у талецких клинков и ружей, и что меня не могут остановить никакие сторожевые посты дуэней, которых выставила твоя мать, чтобы никого не допустить к тебе близко, вооружив их очками и дав каждой подвое чёток с зернами величиной с, -с, 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 с не богохульствуй меня приучили относиться с уважением ко всему что священно только ты ли это Действительно ли это тебя я видела ночью, или то была лишь мысль о тебе, из тех, что приходят ко мне в снах и снова воскрешают перед глазами картины моего прекрасного благословенного острова, где я в первый раз, о, лучше бы я никогда тебя не видала, прелестная христианка, примирись со своей страшной судьбой». Да, это меня ты видела ночью. Это я дважды появился на твоем пути, когда ты блистала в кругу самых блестящих красавиц Мадрида. Да, ты видела меня. Это я приковал твой взор. Это я пронзил ударом молнии твой нежный стан. Это, сраженное моим горящим взглядом, ты, обессилев, упала. Это меня ты видела. Меня, который вторгся на этот райский остров, и нарушил твой благодатный покой, это я гонялся за тобой и выслеживал каждый твой шаг, даже среди всех хитросплетений тех нарочито придуманных путей, на которые ты забрела, пряча себя, самое и свою жизнь под чужими личинами. Забрела? О, нет! Они схватили меня, они притащили меня сюда, они заставили меня стать христианкой, они уверили меня, что все это делается ради моего спасения, ради моего счастья и в этой жизни, и за гробом. И я верю, что так оно и будет. Я ведь была так несчастна с тех пор, что должна же я быть хоть где-нибудь счастливо. Счастливо, повторил чужестранец с уничтожающей усмешкой. А сейчас ты разве не счастлива? Нежное тело твое больше не истязают неистовые стихии. Твой изысканный девический вкус ублажается множеством измышлений искусства, постель твоя испуха, комната вся увешана шпалерами. Светит ли или нет на небе луна, в комнате у тебя всю ночь горит шесть свечей. Ясно или затянуто небо, одета ли земля цветами или изрыта бурями, искусство художника окружило тебя новым небом и новой землей, и когда для всех других наступает тьма, ты можешь нежиться в лучах солнца, которое никогда не заходит и благоденствовать среди цветов и красот природы в то время, как добрая половина подобных тебе созданий гибнет среди снегов и бурь. Язвительность до такой степени сделалась его второй натурой, что он уже не мог говорить о благодеяниях природы или наслаждениях, которыми дарует искусство, не примешивая к своим речам насмешки или презрения к тому или другому». К тому же ты можешь сейчас общаться с образованными людьми, вместо того, чтобы выслушивать щебетание клестов и крики обезьян. Не сказала бы я, что речи, которые я слышу сейчас более содержательны и понятны, — пробормотала Исидора, но чужестранец, казалось, ее не слышал. Ты окружена всем, что может усладить чувства, опьянить воображение или растрогать сердце, — продолжал он. Все эти милости должны заставить тебя позабыть сладостную, но грубую свободу твоей прежней жизни. Птицы что моя мать держит у себя в клетках всю жизнь бьются опозолоченные прутья топчут чистые семена, которые составляют их корм и мутят налитую им прозрачную воду. Разве вместо этого они не были бы рады посидеть на каком-нибудь замшелом стволе дряхлевшего дуба и пить воду из каждого ручейка, и быть на свободе, пусть даже она сулит им менее изысканную пищу и менее чистое питье? Неужели же они не согласятся на все, что угодно, лишь бы не ломать свои клювы о а золоченную проволоку? Значит, ты совсем не в восторге от твоей новой жизни в этой христианской стране, и она совсем не оправдала твоих ожиданий? Стыдись и моли. Стыдись неблагодарности своей, стыдись своих прихотей». А помнишь, как там на твоем индийском острове ты увидела на какой-то миг христианское богослужение? Помнишь, как пленила тебя тогда эта картина? Я помню все, что происходило на этом острове. Вся прежняя жизнь моя была предвосхищением будущего. Нынешняя же вся стала памятью о прошедшем. У счастливых жизнь полна надежд, у несчастных она полна воспоминаний. Да, я помню, как мне удалось на какой-то миг увидеть эту религию, такую прекрасную, такую чистую, и когда меня привезли в христианскую страну, я действительно думала, что все живущие в ней христиане... «А кто же они, по-твоему, им моли?» «Они всего-навсего католики». Знаешь ли ты, какой опасности ты себя подвергаешь тем, что произносишь эти слова? Знаешь ли ты, что в этой стране усомниться в католицизме означает то же самое, что усомниться в христианстве, и что вообще одного намека на это достаточно, чтобы тебя приговорили к сожжению на костре, как неисправимую еретичку?» Твоя мать, которую ты так недавно узнала, сама связала бы тебе руки, когда крытая повозка явилась бы за своей новой жертвой. А твой отец, хоть он даже еще ни разу не видел тебя в глаза, отдал бы свой последний дукат за дрова для костра, который должен будет превратить тебя в кучку пепла, и все твои родные, одетые в праздничные наряды, стали бы кричать «Аллилуйя!», слыша твои предсмертные крики. Знаешь ли ты, что христианство в этих странах диаметрально противоположно христианству того мира, который ты видела украдкой и о котором ты можешь узнать из написанного в твоей Библии, если тебе позволят ее прочесть. И заплакала и призналась, что не нашла христианства там, где ожидала его найти. Но минуту спустя с присущим ей удивительным простодушием, она уже готова была корить себя за это признание. Я так плохо разбираюсь в этом новом мире, сказала она. Мне столько еще всего надо узнать. Чувства мои так часто меня обманывают, а привычки мои понятия так далеки от того, какими они должны быть. Я хочу сказать от тех, что я вижу вокруг, что мне следовало бы и говорить, и думать только так, как меня учат. Может быть, пройдет еще несколько лет учения и страданий, и мне удастся обнаружить, что в этом новом мире вообще не может быть счастья, и что христианство в целом вовсе не так далеко от католицизма, как мне это кажется сейчас». «А разве ты не чувствовала себя счастливой в этом новом мире разума и роскоши?» — спросил Мелмот голосом, который помимо его воли смягчился. «Да, временами. Когда же это бывало?» «Тогда, когда томительный день кончался. И сны мои уносили меня назад, на тот очарованный остров». Сон для меня все равно, что ладья. Сидящие за веслами призраки мчат меня к благословенным прекрасным берегам, и всю ночь я провожу в радости и веселье. Я снова живу среди цветов и благоуханий. В ручейках и дуновении ветра снова звучат тысячи голосов. Воздух вдруг оживает от струящихся по нему мелодий, что доносятся неведомо откуда, я иду, а все вокруг дышит, и все неживое вдруг оживает и любит меня, растилающиеся ковром цветы, потоки, которые трепят, нацелуют мне ноги и уносятся прочь, а потом возвращаются снова, лаская меня и припадая ко мне так как я припадаю губами к статуям святых, которым меня научили здесь поклоняться. А больше ты ничего не видишь во сне и моли. Мне незачем говорить тебе?» — ответила Исидора тоном, в котором удивительным образом слились воедино присущие ей ясность ума и заволакивающий все мысли туман, в котором сказались ее своеобычный характер и необыкновенные обстоятельства ее прежней жизни. «Мне незачем говорить тебе, ты же знаешь, что каждую ночь ты со мной». «Я?» «Да ты?» Ты остался навеки в этой ладье, которая увозит меня туда, на Индийский остров. Ты смотришь на меня, но выражение лица твоего настолько и переменилось, что я не решаю заговорить с тобой. Мы оба на мгновение переносимся через моря, только ты всегда сидишь за рулем, хоть и никогда не причаливаешь к берегу в ту минуту, когда появляется мой райский остров» ты вдруг исчезаешь, а когда мы возвращаемся, океан погружен во мрак, и мы мчимся сквозь эту тьму, точно буря, что сметает все на своем пути. Ты смотришь на меня, но не говоришь ни слова. Да-да, ты со мною каждую ночь. Послушай, моли, все это бред, нелепый бред». Как же это я могу вести тебя на лодке из Испании по Индийскому океану? Все это плод твоего воображения, а то, что я вижу тебя сейчас, это тоже бред или сон? — воскликнула Исидора. — А то, что я говорю с тобой, тоже сон? Разуверь меня, а то все чувства мои в смятении и мне так же странно представить себе что ты здесь в испании как и вообразить что сама я очутилась на родном острове увы в моей теперешней жизни сны сделались явью а явь кажется сном как мог ты сюда попасть если ты действительно здесь как мог ты проделать такой длинный путь для того чтобы увидеть меня Сколько океанов тебе должно быть пришлось переплыть? Сколько островов ты должен был миновать, и ни один из них не был похож на тот, где ты явился мне в первый раз. Только ты ли это сейчас передо мной? Я думала, что это тебя я видела вчера вечером, но лучше бы уж мне было верить снам, а никак не чувствам. Я думала, что ты только гость этого острова видений и сам всего-навсего призрак, явившийся мне вслед за напоминавшими о нем тенями, но, оказывается, ты живое существо, и я могу еще надеяться встретить тебя в этой стране холода и всех ужасов христианского мира, прекрасной моли» или Исидора, или каким бы другим именем не называли тебя твои индийские поклонники или христианские крестные отцы и крестные матери, прошу тебя, выслушай меня и дай мне открыть тебе кое-какие тайны. Тут Мелмот повалился на клумбу гиацинтов и тюльпанов, благоухавших под окном Исидоры. «Но ты же помнешь все мои цветы!» — вскричала она, и в восклицании этом слышен был отзвук ее прежней жизни, когда цветы были ее друзьями, когда они были радостью для ее чистого сердца. «Прости меня!» «Таково уж мое призвание», — проговорил Мелмот растянувшись на смятых цветах и устремив на Исидору мрачный взгляд, в котором сквозила жестокая насмешка. «Мне поручено попирать ногами и мять все цветы, расцветающие как на земле, так и в человеческой душе». «Геоцинты!» сердца и всевозможные подобные безделки, все, что попадется мне на моем пути, а теперь донь и Сидора и так далее, и так далее, с присовокуплением всех имен, какие только будут угодны вам или вашим восприемникам, ибо я не хочу ничем обидеть ревнителей Геральдики. Знаете, Сейчас я здесь. А где я окажусь завтра, будет зависеть от вас. Я одинаково могу плыть по Индийским морям, куда сны твои посылают меня в лодки, или пробираться сквозь льды возле полюсов, или даже мое обнаженное мертвое тело, если только оно вообще способно чувствовать может бороздить волны того океана, где я рано или поздно окажусь в день без солнца и без луны, без начала и конца, бороздить их до скончания века и пожинать одни лишь плоды отчаяния. Замолчи, замолчи, «О, пощади меня! Не произноси таких страшных слов! Неужели ты действительно тот, кого я видела на острове? Неужели ты — это он, тот, с чьим образом с той самой минуты сплетены воедино все мои молитвы, чаяния мои, мое сердце?» Неужели ты тот, надеждой на кого я жила и выжила, когда жить уже не было никаких сил. Пока я добралась до этой христианской страны, я так и страдалась, я так изнемогла, что вид мой пробудил бы в тебе верно жалость, все было так чуждо мне, платье, которое на меня надели, язык, на котором меня заставили говорить, вера, которую меня заставили исповедовать, страна, куда меня привезли. О, только ты, ты один, только мысль о тебе, только твой образ тогда придал мне силы. Я любила, а любить это значит жить когда все мои связи с жизнью были порваны, когда я лишилась того восхитительного мира, который теперь кажется мне только сном и который все еще преследует меня в снах. Так что теперь сны эти сделали с моей второй жизнью. Я думала о тебе, о тебе мечтала. Я любила тебя. «Любила меня?» Ни одно живое существо еще не любило меня, не поплатившись за это слезами. — А я разве не плакала? — сказала Исидора. — Верь этим слезам. Это не первые, которые я пролила, и боюсь, что не последние, ведь и первые мои слезы были пролиты из-за тебя, и она заплакала. — «Ну что же», — сказал скиталец с горьким смехом, который, казалось, был обращен на него самого. «Наконец-то я смогу увериться в том, что я тот, кто всего нужней. Что же, коли это должно быть так, то да будет он счастлив». А когда же этот знаменательный день прекрасной Имали и столь же прекрасной Исидора, несмотря на это христианское имя, против которого у меня возникают самые, что ни на есть, антикатолические возражения, когда же сей радостный день озарит? твои отяжелевшие от долгой дремоты ресницы и разбудит их поцелуями и лучами и светом и любовью и всей мишурой, которой безумие украшает беду, прежде чем вступить с ней в союз, тем сверкающим и отравленным покрывалом, которое подобно рубашке что Дианира послала своему мужу, когда же сей благословенный день наконец настанет, и он расхохотался тем ужасным, переходящим в судороги смехом, который смешивает веселость с отчаянием и не оставляет у собеседника ни малейшего сомнения в том, чего больше отчаяние или в смехе или смеха в отчаянии. «Я не понимаю тебя», — сказала неискушенная и робкая Исидора. «И если ты не хочешь свести меня с ума, то перестань смеяться, или, по крайней мере, не смейся таким ужасающим смехом». «Плакать я не умею», — ответил Мелмот, впиваясь в нее своими сухими горящими глазами которые при слабом свете луны сверкали особенно ярко. Источник слез, как и источник всякой благодати вообще, во мне давно иссяк. «Я могу плакать за нас обоих», — сказала Исидора, — «если только в этом дело». И она разрыдалась. Тут были и воспоминания, и печаль. А когда оба эти источника скорби соединяются воедино, только Богу и самому страдальцу известно, сколь стремительны и сколь горьки эти слезы. «Побереги их для дня свадьбы, прелестная невеста моя», — подумал Мельмот. Вот уж когда тебе представится случай их пролить. В те времена существовал обычай, который теперь может показаться и отвратительным, и нескромным. Девушка, сомневавшаяся в искренности намерений своего возлюбленного, требовала от него доказательств того, что они серьезны и благородны, заставляя его высказывать их ее родным, а потом вступить с нею в освященный церковью союз, может быть, впрочем, во всем этом больше подлинной правды и настоящего целомудрия, нежели во всех двусмысленных ухаживаниях, которые ведутся на основе плохо понятых или вообще неясных принципов, тех, что никогда и никем не были определены, и представления о верности, которая во все времена оказывалась неизменным когда героини итальянской трагедии уже чуть ли не при первом свидании спрашивает своего возлюбленного, серьезно ли его намерения и в качестве доказательства его порядочности требует, чтобы он незамедлительно на ней женился, то разве все сказанное ею не проще, не понятнее, не целомудреннее, не простосердечнее, нежели упование романтически настроенных и легковерных женщин, которые живут своими мимолетными порывами, необузданным и стихийным чувством, которые строят свой дом на песке, и не дают себе труда укрепить фундамент его в незыблемых глубинах сердца, уступая первому из этих двух чувств, и прерывающимся от волнения голосом, прошептала: Если ты меня любишь, не ищи больше тайных свиданий со мной. Моя мать хоть и строгая, но добрая. Брат хоть и вспыльчивый, но неплохой. А отец... Отца я никогда не видела. Не знаю уж, что о нем сказать. Но если он мне отец, то он тебя полюбит. Встречайся со мной в их присутствии. И к радости моей от того, что я тебя вижу, не будет больше примешиваться стыд и страдания. И спроси благословения церкви, и тогда, может быть... — Может быть, — возмутился Мелмот, — ты научилась европейскому, может быть, искусству ослаблять значение проникновенного слова. Искусству делать вид, что приоткрываешь занавес в то время, как на самом деле задергиваешь его все плотнее и плотнее. Искусству вселять в нас отчаяние как раз в ту минуту, когда хочешь, чтобы у нас появилась надежда. О нет. Нет, ответила девушка. Я сама истина. Я и моли. Когда говорю с тобой, хотя со всеми остальными, кто живет в этой стране, которую они называют христианской, я и Сидора. Когда я полюбила тебя, я слушала только один голос, голос моего сердца. Теперь вокруг меня раздается много голосов. И у иных из этих людей нет сердца такого, как у меня, но если ты меня любишь, ты можешь покориться им так, как покорилась я, можешь полюбить их Бога, их дом, их надежды и их страну. Даже с тобой я не могла бы быть счастливой, если бы ты не поклонялся Кресту, на который ты впервые направил мой блуждающий взор и не исповедовал религию, говоря о которой ты сам невольно признался, что это самая прекрасная и благодатная религия на земле? — Неужели я в этом признался? — задумчиво сказал Мелмот. — В самом деле это могло быть только невольно. Прекрасной моли, ты действительно обратила меня, тут он подавил в себе сатанинский смех, в свою веру, и покорила меня своей красотой и своей испанской кровью и положением в обществе и всем, что тебе только угодно. «Я буду непрестанно обхаживать твою благочестивую мать и твоего сердитого брата и всех твоих родных, как они ни заносчивы, ни брюзгливы и ни не нелепы. Я готов иметь дело со всеми этими плаёными воротниками» шуршащими мантильями и юбками с фижмами, что носят все, начиная с твоей почтенной матушки и кончая самой старой из дуэней, в очках на носу и с коклюшками в обеих руках, восседающей на своем неприступном диване, на который никогда... Никто не осмелится покуситься, а также с завитыми бакенбардами, украшенными перьями шляпами и широкими плащами всех твоих родичей мужского пола, и я готов пить шоколад, и важно расхаживать среди них, а когда они направят меня к вашему усатому стряпчему с длинным гусиным пером в руке и с душой, которую можно уместить всю на трех широких листах пергамента, я выберу для нашей свадьбы такие просторы, каких не знала еще ни одна невеста в мире, так пусть же это будет в стране музыки и солнечного света, там, где мы встретились в первый раз. Один уголок этой дикой, усеянной цветами земли, стоит всей обработанной земли в Европе, — воскликнула Исидора. — Нет, это будет на другой земле, на той, которую гораздо лучше знают ваши бородатые стряпчие, и право на которую должны будут признать за мной даже твоя благочестивая мать и вся твоя гордая семья, как только они выслушают мои признания и подкрепляющие их доводы. Может быть, они смогут оказаться там моими совладельцами, и однако, как это ни странно, они никогда не станут оспаривать моего исключительного права на эти угодья». «Ничего этого я не понимаю», — сказала Исидора но я чувствую, что приступлю все правила приличия, существующие для испанской девушки и для христианки, если буду продолжать сейчас этот разговор с тобою. Если ты думаешь так, как думал когда-то, если ты чувствуешь так, как я должна буду чувствовать всю мою жизнь, нам не к чему заводить этот разговор». Он только смущает меня и вселяет мне в душу страх. Какое мне дело до земли, о которой ты говоришь? Единственное, что в ней для меня важно, так это то, что она принадлежит тебе. — Какое тебе до нее дело? — повторил Мелмот. — От ты еще не знаешь, как много будут для тебя значить и она, и я. В других случаях обладание землей обеспечивает человека. Здесь же напротив, человек обеспечивает вечное владение этой землей. Она достанется моим наследником и будет принадлежать им до скончания века, если только они согласятся на те же условия владения, что и я. Выслушай меня, прекрасная Мали или христианка, я готов называть тебя любым именем, которое ты себе изберешь, природа, твоя первая крестная мать, окрестила тебя росою индийских роз. Разумеется, христианские восприемники твоей не пожалели ни воды, ни соли, ни масла, чтобы смыть с твоего вновь рожденного тела печать природы. А вот последний твой крестный отец, если только ты исполнишь все, что положено, умастит тебя новым миром. Но об этом после выслушай меня, и я расскажу тебе про богатство и великолепие тех угодий, которые я собираюсь тебе отдать, и про тех, кого ты там встретишь. Там обитают правители, все до одного. Там герои и государи, и тираны. Там все их богатство и роскошь, и власть а какое это блестящее общество! Там у всех у них есть и престолы, и короны, и пьедесталы. Огненные трофеи их будут гореть и гореть. Сияние их славы никогда не померкнет. Там обретаются все те, о которых ты читала в истории, все Александры и Цезари, Птолемеи и фараоны, там восточные государи, все немвроды, волтасары и алаферны всех времен, там властители севера, Одины, Атилы, которого церковь ваша называет бичом Божьим, Аларихи и все те безымянные и недостойные и иметь имя варвары, те, что под разными прозвищами и кличками опустошали и разоряли землю, завоевать которую они явились. Там властители юга и востока и запада. Магометане, калифы, сарацины, мавры со всей их кичливой роскошью и всеми атрибутами и эмблемами полумесяцем, Кораном, иконским хвостом, трубой, гонгом или таврами, или, чтобы было понятнее для твоего теперь уже христианского слуха, прелестная неофитка, победы гром и яростные крики, там же ты повстречаешь владык Запада, которые прячут свои бритые головы под тройной короной, а за каждый волос, который сбривают, хотят получить жизнь своего монарха. Те, что, прикидываясь смиренными, в действительности покушаются на власть, что именуются «рабами рабов», а на самом деле хотят стать господами господ – о, у тебя будет с кем провести время в этом ярко освещенном краю, ибо там действительно очень светло. И не все ли равно откуда будет идти этот свет, от горящей серой или от трепетных лунных лучей, при которых ты кажешься такой бледной. Кажусь бледной? Воскликнула Исидора, едва переводя дыхание. Я чувствую эту бледность. Я не понимаю, что означают твои слова, но я знаю, что это ужасно. Не говори мне больше об этом, Карае со всей его гордостью, развращенностью и роскошью. Я готова идти за тобой в пустыне, в непроходимые чащи, куда не ни ступала ничья нога, кроме твоей, и куда я пойду по твоим следам. В уединении я родилась, в уединении могла бы и умереть, но где бы я ни жила, и когда бы ни умерла, Позволь мне стать твоей. А что касается места, то не все ли это равно? Пусть то будет даже, даже где? — спросил Мелмот. И в вопросе этом звучало торжество от сознания, что несчастная так беззаветно ему предана, но одновременно и ужас при мысли о той ужасе, участи, на которую она безрассудно себя обрекла. «Даже там, где должен быть ты», — ответила Исидора, — «пусть и я буду там. Я и там, верно, буду счастлива, как на том острове, где расцветали цветы и сияло солнце, и где я увидела тебя в первый раз». «О, нигде нет таких пахучих и ярких цветов, как те, что цвели там когда-то. Нигде в журчании рек нет такой музыки, как та, которой я там внимала. Нигде дуновение ветерка не напоено таким ароматом, как тот, что я там вдыхала. Когда я слышала эхо твоих шагов или звук твоего голоса, мне казалось, что это и есть Та человеческая музыка, первая, которую я услыхала в жизни, и которая, когда я перестану слышать, ты услышишь и не такое, — перебил ее Мелмот, — голоса десяти тысяч десяти миллионов духов существ, издающих бессмертные непрестанные звуки, те, что никогда не замирают и не сменяются тишиной, «О, как это будет дивно!» — воскликнула Исидора, хлопая в ладоши. «Единственный язык, которому я научилась в этом новом мире и на котором стоило бы говорить, — это язык музыки». В прежней моей жизни я сумела перенять какие-то несовершенные звуки у птиц, но здесь, во второй моей жизни, меня научили музыке, и всему горю, которое я постигла в этом новом мире, пожалуй, не перевесить радости, которую принес мне этот удивительный язык звуков. «Подумай только», — продолжал Мелмот, — «Если твое влечение к музыке на самом деле столь велико, то какое тебе ждет упоение, какое раздолье там, где ты услышишь все эти голоса?» и где им, как эхо, вторит грохот десятков тысяч огненных волн, бьющих со скалы, которые вечное отчаяние превратило в адамант. И после этого смеют еще говорить о музыке небесных сфер. Представь себе музыку этих живых светил, вечно вращающихся на своих огневых осях, вечно сияющих и вечно поющих, подобно вашим братьям христианам которым в одну призабавную ночь выпала честь освещать собой сады Нерона в Риме. Меня бросает в дрожь от этих слов. Полно! С чего это ты так оробела? Я ведь обещал тебе, что, прибыв на новое место, ты увидишь тех, кто изведал могущество и великолепие» упивался всей роскошью, всеми наслаждениями. Узнаешь властителей и сластолюбцев, хмельного монарха и изнеженного раба, ложа из роз и балдахины из пламени. Так это и есть то прибежище, куда ты меня зовешь. Да, это оно. Это оно. Приди и будь моей. Мириады голосов призывают тебя. Прислушайся к ним и повинуйся этому зову. Голоса эти слышны в раскатах моего голоса. Огни эти исходят из моих глаз и горят в моем сердце. «Выслушай меня, Исидора, любимая моя, выслушай меня! Я действительно хочу, чтобы ты стала моей женой и навеки!» О, как жалкие узы, связующие влюбленных на земле, в сравнении с теми, что свяжут нас с тобой на веки веков, не бойся. Там тебе будет чем поразвлечься. Тебя ждет блестящее общество. Я уже назвал тебе имена государей и священнослужителей, и героев. И если ты с ней зайдешь до повседневных развлечений своей теперешней жизни, ты там сумеешь возобновить их. Ты любишь музыку так можешь быть уверена, что там ты встретишь большинство тех, кто ее сочинял, начиная с Иувала, с его первыми опытами и кончая люли, который вогнал себя в гроб одной из своих ораторий или опер, не помню уже какой». Они обретут там удивительный аккомпанемент, неумолчный рев огненного моря. Низкими басовыми нотами будет сопровождать хор мучеников-певцов. — Что же это за ужасы? — спросила Исидора вся дрожа. — Слова твои для меня загадка. Ты что, потешаешься надо мной? — Тебе хочется меня мучить? Или все это говорится ради забавы?» «Ради забавы?» — повторил зловещий пришелец. «Это неплохая мысль. Вивля богатель! Да здравствуют пустяки! Так посмеемся же в волю!» У нас еще будет немало всего, что заставит нас быть серьезными. Там мы увидим всех тех, кто когда-либо дерзал на земле смеяться: певцов, танцоров, людей веселых, сластолюбивых, блистательных, любимых, тех, кто во все времена заблуждался касательно своего назначения и доходил до того, что воображал будто радость никакое не преступление, а улыбка немало не отвлекает человека от его обязанности страдать. Все эти люди должны искупить свое заблуждение при таких обстоятельствах, которые, вероятно, заставили бы самого верного ученика Демокрита самого неуемного весельчака среди них признать, что в этих местах во всяком случае смех это безумие. Я не понимаю тебя, сказал Исидора, слушая его и чувствуя, как сердце у нее упало, что бывает, когда одновременно ощущаешь неизвестность и страх. Не понимаешь меня? Повторил Мелмот с тем саркастически холодным выражением лица, которое являло собой страшную противоположность его горящим проницательным глазам, походившим на вырвавшуюся из кратера раскаленную лаву, окруженную, залегшей до самого его края грудью снега. Не понимаешь меня? «Так значит, ты не любишь музыку?» «Нет, люблю». «Да и танцы тоже, моя прелестница, моя милая. Я их любила». «Отчего же ты так по-разному отвечаешь мне на эти вопросы?» «Я люблю музыку. Я должна ее любить. Это язык воспоминаний. Мне достаточно услыхать какую-нибудь мелодию, я уношусь назад в мир снов и блаженства, в очарованную жизнь моего, моего родного острова. Я не могу всего этого сказать про танцы. Танцевать я научилась, а музыку я ощутила в себе. Никогда не забуду, как я услыхала ее в первый раз. И вообразила, что это и есть тот язык, на котором христиане разговаривают друг с другом. С тех пор я успела узнать, что говорят они между собой на совсем ином языке. Разумеется, язык их далеко не всегда звучит как мелодия, особенно когда между ними возникают споры по поводу некоторых пунктов их веры право же, трудно себе представить что-либо менее похожее на гармонию, чем дебаты доминиканца и францисканца, насколько для спасения души важно, какая ряса надета на монахи в минуту смерти. Но нет ли еще чего, что побуждает тебя теперь любить музыку, тогда как танцы ты разлюбила. Я хочу понять, почему это так. Казалось, неисповедимая судьба этого несчастного заставляла его смеяться над горем, которое он приносил другим, тем больше, чем горе это было острее. Саркастическое легкомыслие его находилось в прямой и страшной зависимости от его отчаяния. Может быть, впрочем, это происходит даже и тогда, когда и обстоятельства, и характеры бывают не так жестоки веселье, в котором нет истинной радости, нередко бывает всего-навсего маской, скрывающей содрогающееся и искаженное муками лицо, а смех, который никогда еще не выражал восторга, нередко становился единственным доступным языком для безумия и горя, казалось также что ни острота оскорбительной иронии, ни напоминание о близости зловещего мрака не могли смутить и поколебать самозабвенную преданность той, к которой они были обращены». Та подлинная причина, о которой ее спрашивали тоном беспощадной иронии, нашла себе выражение в чудесной нежной мелодии, которая, казалось, сохраняла все свое изначальное звучание, где слышались и пение птиц, и журчание вод. Я люблю музыку, потому что всякий раз, как я ее слышу, я думаю о тебе. Я разлюбила танцы, хотя вначале они опьяняли меня, потому что, танцуя, я иногда могла забыть о тебе. Когда я слушаю музыку, образ твой парит передо мною. В каждой ноте, в каждом звуке я слышу тебя». Самые невнятные звуки, которые я могу извлечь из гитары, ибо играю, я очень плохо, несут в себе очарование мелодии, которая возникает из чего-то, что я не в силах определить. Это не ты, но мое представление о тебе в твоем присутствии, как оно не необходимо для того, чтобы я могла жить. Я никогда не испытывала того неизъяснимого наслаждения, которое приносит мне Твой образ, когда музыка вызывает его из сокровенных глубин сердца. Музыка для меня все равно, что голос религии, призывающий помнить о боге моего сердца и ему поклоняться. Танцы же это какое-то мимолетное отступничество почти что профанация. Вот поистине тонкий и изощренный довод, сказал Мелмот. И, конечно же, у него есть только один недостаток. Он не очень то лестен для того, к кому обращен. Итак, образ мой. Какие-то мгновения носятся на звучных трепещущих волнах мелодии. Точно некий бог бурных валов музыки, торжествующий, когда вздымается ввысь, и обольстительный даже в своем падении. А минуту спустя... Он уже похож на пляшущего дьявола из твоих опер. Со злобной усмешкой следит он за тем, как ты мелькаешь перед ним в разных фигурах фанданго и брызжет губительной пеной своих черных судорожно искривленных губ в чашу, из которой ты пьешь. Ну что же, танцы, музыка... Пусть они будут заодно. Образ мой должно быть одинаково вредоносен и там, и тут. В одном он терзает тебя воспоминаниями, в другом — укорами совести. Теперь представь себе, что образ этот отнят у тебя навсегда». Представь себе, что оказалось бы возможным порвать соединяющую нас нить, что так глубоко проникло нам в душу. Что же? Попробуй ты себе представить, — ответила Исидора в голосе которой послышались и девическая гордость, и едва уловимая печаль. И если ты это сделаешь, знай, что я попытаюсь последовать твоему примеру. Попытка эта обойдется не так уж дорого. Она будет стоить мне только жизни. Когда Мелмот взглянул на ту, которая некогда изощренной прелестью своей так выделялась среди окружавшей ее природы, а теперь поражала естественностью своей среди всех окружавших ее людских изощрений и все еще сохраняла мягкое очарование своей божественной стати среди той искусственной атмосферы, где прелести ее никто не мог оценить, и всем сияющим краскам суждено было увянуть без того, чтобы кто-нибудь мог ими насладиться, где ее чистое и самозабвенно любящее сердце было обречено биться, подобно волне о скалу, и злиться в стенаниях и затихнуть навек. Когда он все это понял и снова посмотрел на нее, он проклял себя, а потом — с тем эгоизмом, который пробуждается в существах безнадежно несчастных, понял и то, что тяготеющее над ним проклятие может стать менее тяжким, если он с кем-то его разделит. Исидора, прошептал он так нежно, как только мог, — подходя к окну, возле которого стояла его жертва. «Исидора, значит, ты будешь моей?» «Что мне тебе на это ответить?» — сказала Исидора. «Если ответа требует твоя любовь, то достаточно и того, что я сказала. Если же тщеславие, то этого слишком много». «Счеславие? Прелестная насмешница! Ты не знаешь, что говоришь. Сам карающий ангел мог бы вычеркнуть этот пункт из списка моих грехов. Это один из запрещенных мне и немыслимых для меня пороков. Это земное чувство, и поэтому я не могу ни разделять его, ни им наслаждаться, хоть, разумеется, в эту минуту я испытываю известную долю человеческой гордости. Гордости? А чем же ты гордишься? С тех пор, как я узнала тебя, я не чувствовала никакой другой гордости, кроме величайшей преданности» той самоуничтожающей гордости, при которой жертва гордится своим венцом больше, нежели приносящий ее жрец исполнением своего священного долга. Но я испытываю другую гордость, сказал Мелмот и сказал это гордо ту, которую испытывает ураган, налетающий на старинные города, о разрушении которых ты, возможно, читала, когда он сметает, сжигает, коробит картины, драгоценности, губит музыку, пиршество. Накладывая на все свои когтистые лапы, он восклицает «Погибните для всего мира!» Пусть даже на веки веков но живите для меня во мраке и в развращенности. Сохраните все изысканные линии ваших форм, весь нетленный блеск ваших красок, но сохраните их для меня одного, для меня, одинокого, окаменевшего, невидящего, бесчувственного соблазнителя бесплодной невесты. Для меня, склоненного в раздумье над мрачной и мертвой обителью вечного бессилия, для меня вулкана, в котором потухла пламеневшая внутри лава и застыла и затвердела и навеки сокрыла все, что было земной радостью, счастьем жизни и упованием на грядущее». В то время, как он говорил, на его перекошенном судорогой лице заиграла усмешка, исполненная холодного пренебрежения и злобы. Усмешка эта так терзала сердце и вместе с тем так искушала и губила все, что было в человеке живого, что Исидора при всей своей простодушной беспомощной преданности предмету своей любви не могла не вздрогнуть, видя, как он стал страшен, вся дрожа от непрестанной и неизбывной тревоги. Она спросила, а ты тогда будешь моим? Но разве я могу хоть что-нибудь понять из твоих ужасных слов? Увы, у моего сердца никогда не было тайн. Его просто нельзя было услыхать сквозь громы и бури, которые ты уготовил моей судьбе. Так значит, ты будешь моей Исидора. Поговори с моими родителями. Женись на мне, так как положено законом и правилами церкви, которой я недостойна, и я стану твоей навеки. Навеки, повторил Мелмот, это хорошо сказано, невеста моя. Значит, ты будешь моей навеки, не так ли, Сидора? Да, да, я сказала, но сейчас взойдет солнце. Я чувствую, как сильнее стали пахнуть цветы померанца как повеяло утренней прохладой. Уходи. Я и так слишком долго была в саду. Сюда могут прийти слуги. Они тебя увидят. Молю тебя, уходи. Ухожу. Дай мне только сказать тебе еще одно слово. Знай, что для меня и восход Солнца, и появление твоих слуг, и вообще все, что творится наверху, на небе, и здесь, на Земле, одинаково, безразлично. Пусть же Солнце постоит немного за горизонтом и подождет меня. Ты моя. — Да, я твоя. Но ты должен уговорить мою семью. — Ну, разумеется. Уговаривать для меня привычное дело. — И? — И что же? Ты колеблешься. — Я колеблюсь. — сказала доверчивая и робкая Исидора, — потому что... Почему? Потому что воскликнула девушка, заливаясь слезами, потому что те, с кем ты будешь говорить, не обратят к Господу тех слов, что к Нему обращаю я. Они будут говорить с тобой о состоянии и о преданном, они начнут расспрашивать тебя о тех краях, где, по твоим словам, у тебя богатые и обширные владения, а если они захотят узнать о них от меня, то что я отвечу? Тут Мелмот подошел как можно ближе к окну и произнес какое-то слово — и Сидора, казалось, не расслышала его или не поняла. Вся дрожа, она повторила свою просьбу. Он ответил ей еще более тихим голосом — все еще не веря и надеясь, что, может быть, обманулась, она в третий раз повторила все тот же вопрос. В ушах у нее прогремело страшное односложное слово. Она вскрикнула и захлопнула окно. Фигура пришельца скрылась, но образ его, увы, остался у нее в сердце.